Прежде чем начать рассказ, хочу сказать спасибо Максиму, который меня пригласил сюда, чтобы можно было пообщаться, поделиться теми эмоциями, которые пришлось пережить и в ходе подготовки, и в ходе самого старта. И также, прежде чем начать рассказ, я хочу сказать очень важную вещь и сказать слова благодарности тем двум людям, без которых этот проект бы никогда не состоялся. Это моей support crew, моему партнеру по тренировке Демкиной Татьяне и человеку, который помог мне подготовиться совместно со мной, это моему тренеру Сергею Ленивкину. Без этих двух людей этот проект бы никогда бы не состоялся. Успех такого мероприятия приблизительно, я думаю, что 50% это ваш support crew. Если вы соберетесь, помните, что если будет случайный человек на лодке, который не будет вместе с вами, риск неудачи возрастает непропорционально. Итак, немножко о географии. Наверное, все в школе помнят, что это такая небольшая дырка между Англией и Францией. Наиболее известно как English Channel, другие названия Strait of Dover, Ла-Манш, Падре-де-Кале. Ла-Манш, я, насколько знаю, знают только в России, что его так называют. Ширина в самом узком месте составляет 32,5 километра. Ну, история поколения проплавцов. Ну, наверное, вы все знаете, что первым человеком, который был, кто его переплыл, со второй попытки был капитан торгового флота Мэтью Вебб. Это произошло 24 августа 1875 года. Для этого ему понадобилось 21 час 45 минут. Думаю, что вполне понятно, что даже достаточно медленные пловцы сейчас плывут гораздо быстрее. Нет, ну типа какими-то сажонками, я бы так это назвал. Сложно назвать это кролем, как бы. Вот. Говорят, что во время он ел, вместо еды у него были стейки, был виски на лодке. Но это легенды. На самом деле легенды, как и все такие люди, он закончил плохо, он погиб, преодолевая Ниагарский водопад в бочке, как это было, очень, очень было популярное развлечение у англичан в конце позапрошлого века. Может быть, если бы он продолжил бы плавать, было бы более увековечен. Но является таким культовым национальным британским героем. Сложности заплывов. Ну, вкратце, я думаю, что все представляют, что это такой легкий трешец. Ну, вкратце пробегусь вначале по, что из этого есть, и потом расскажу по каждой истории. Это низкая температура воды, сильные течения, очень сложная ветроволновая обстановка, ядовитые медузы, выраженный судоходный трафик и невозможность запланировать дату старта. Первое. Холодная вода. Ну, она, конечно, не такая, как вот у этого пловца, который плыл в море Россы, но в море Россы в Антарктиде. Но, тем не менее, она колеблется от 13 градусов в июне и до 18 градусов в сентябре. Температура воды во французских водах несколько теплее, чем в Дувре. Она где-то на 0,5, на половинку, на до градус теплее, чем в Дувре. В июне основной плавательный сезон это конец июня, типа последние выходные июня и до середины октября. Но в основной массе, основная масса заплывов заканчивается приблизительно в последней декаде сентября, то есть в 20-х числах сентября уже основная масса людей перестает плавать. Не из-за холодной воды, вода сохраняется еще теплой в это время, но уже довольно холодно на улице, и человек по холодным температурам, и очень сильные шторма начинаются, очень сложно попасть в хорошую погоду. Ветроволновая обстановка. Под хорошей погодой в Ла-Манше подразумевается не солнце, не воздух, там, не температура воздуха, а прежде всего наличие ветроволновой обстановки. Какая она выглядит? У нас, как бы, у меня лично, как бы, могу сказать, что там где-то к моменту начала ожидания, к моменту старта, там, уже подхода к старту, выработался четкий рефлекс. Я проснулся и заглядываю на кайтсерферский сайт, где точно публикуется по различным буям, по различным точкам ветроволновая обстановка. Высота волны, направление ветра, смена и прогноз на этот ветер. Это как слюна выделилась. То есть раз, позавтракал, посмотрел. Два часа прошло, кофе попил, посмотрел. Я приехал домой, только три дня назад перестал заглядывать на этот сайт. Заплывы в Ла-Манше возможны при волнении до 4 балла по Бофору. Ну, для демонстрации покажу, как это бывает выглядит. Вот это где-то около 4 баллов волнения. Это считается плавательной водой. Плавательной.
Сильные течения. Но сильные течения в Ла-Манше обусловлены, связаны с отливами и приливами. Представьте себе, то есть в одной точке вода поднимается, в другой она опускается. Соответственно, она начинает течь в сторону низкой точки. Каждые 6 часов ситуация возникает обратно, и течение меняется. Соответственно, именно это определяет скорость, траекторию пловца. Чаще всего поэтому бывают периоды высоких течений, когда скорость более высокая, бывают периоды низких. Большинство пловцов старается плыть в низкие, потому что типа меньше мотыляет, и типа ты меньше наплываешь. Но это такая неправильная, от неправильного понимания того, что происходит. Представьте себе огромный пласт воды, такой вот, который вот двигается строго между Францией и Англией. Вы плывете поперек этого пласта. Вначале вот вы плывете, пласт этот сместился туда. Вы продолжаете поперек его плыть. Потом этот пласт поехал в обратную сторону. Вы все равно продолжаете. Вы пересекаете только этот пласт. Он двигается приблизительно равномерно. Проблема в том, что при сильных течениях есть шанс капитана, если пилот неопытный, сделать ошибку. И в случае, то есть вот кратчайшее расстояние вот между этими точками. Более-менее короткое еще вот между этими. Но представьте, если он чуть-чуть ошибается и вас выносит вот сюда. Течение продолжает вас тащить сюда. Вот так вот вам расстояние увеличивается непропорционально. И, соответственно, вам либо нужно ждать, пока сменится течение, когда вы поете в обратную сторону, либо доплывать здесь большое расстояние. Именно поэтому не любят плавать в сильные течения, потому что велика цена ошибки пилота. Поэтому вот можете посмотреть, как меняется кривая траектория этого пловца в зависимости от смены течений. Каждые 6 часов она... Нет, это не моя, это отвлечен, ну, один из заплывов, нет. Мою траекторию свою покажу, но у меня не анимированная, нарядно сделана анимированная. Дополнительный бонус – это поля ядовитых медуз. В этих водах водится самая крупнейшая медуза – арктическая цианея. Вот это еще не самый большой купол. Длина хвоста может достигать 15 метров. И плотность их в виде вот таких полей вот может встречаться. На фоне этого. Ну, могу сказать, что это, конечно, крупные экземпляры отдельные. Наиболее известны, кстати, как была львиная грива. Кто читал рассказ Конан Дойля «Львиная грива», думаю, хорошо помнит описание этого существа. На самом деле, как бы, такие крупные экземпляры встречаются редко, но я лично вот проехал мимо, чуть-чуть вот мимо таких где-то. Вот, говорят, что кто видел с лодки, были гораздо крупнее. Ну, я лично не видел. Это реальная проблема. Это не смертельные ядовитые медузы. То есть сразу скажу, это не Куба, не австралийская Куба-медуза, не Руканжи, не португальская каравелла, не Синофора физалия. Но, тем не менее, ее ожоги вызывают, во-первых, сильнейшую боль. И вот могу рассказать такую притчу. За 6 дней до меня плыл американец. Молодой парень, профессиональный триатлет. Первые там, 5 часов он валил по 4,5 километра в час. Ну, потом закончилось, как обычно, у всех профессиональных триатлетов. После 6 часов он начал умирать. Вот, потихонечку началось отказ одной руки. Там, и, в общем, дальше он, как Чапаев, доплывал, там 20 часов почти плавал. Да, он доплыл. Но вот по пути он в ночь плыл. И он попал в такое поле медуз. Говорят, рассказывают, как выглядело это, как будто человек вот, плесьми порет. Вот он как бы вскрикивает, потом вздыхает, полутеряет сознание, потом следующий удар плеткой. И вот так же он выглядел. Вот это 2 часа он через такое плыл. Потом я увидел на следующий день, вот он выглядел как человек, которого только что сняли с порки. То есть он весь испоротый, был иссеченный вот так вот, вздутыми рубцами как бы. Ну, как бы не смертельно, говорят. Вот. Я знаю, что большой интерес вызвал вопрос на вчерашней встрече по поводу защиты от медуз. Поэтому я решил чуть-чуть углубиться в ресерч этой истории и вот сделать небольшой вот такой вот докладик. Был задан вопрос, а как защищаться от медуз? На самом деле в Австралии очень известный факт защищают женские чулки от синдрома Ируканджи. Если кто-то знает, это маленькая медуза, вызывающая смерть размером вот такой вот. Посему британские ученые провели некоторые исследования, что является полной защитой или частичной протекцией, и выяснили следующие факты. Что кружева имеют выигрышный значительный шанс против ретро, в связи с тем, что они, видимо, образца медуз напоминают своих собратьев. И провели также корреляцию степени защиты. 6 ден против 40. Безусловно, выигрыши остались 40 ден. Смысл в том, что как бы они допускают, уменьшают значительно контакт медузы с меньшее количество стрекательных клеток срабатывает. Я не знаю, в чем вы можете плыть. Как, вы можете даже как бы здесь, в местах бассейне плавать, в чулках, на всякий случай. Это принципиально не
Нет, это нет. Но open water никто не плавает в гидрокостюмах. Это, ну, как бы на чемпионатах мира нигде не плавают, как бы как в бассейне никто не плавает. История с костюмами, в принципе, такая. Идея такая основная. Первый человек плыл без костюма. И рекорды, и все дистанции фиксируются, только разрешены шапочки, очки и плавки. Ну, там, по-моему, в 24-м уже плыли в очках. Он я врать не буду, в 24-м уже в таких вот водолазных практически плыли. Если посмотреть, там вот второй или третий заплыв через Ла-Манш, уже люди плыли в таких вот, практически как водолазные очки, такие маски выглядели. Вот. Ну, в основной массе, я, кстати, не знаю, а разве плавают на вот, там, 25 километров в этих, как его, свим-скинах? Мне казалось, что они сейчас уже отказались тоже от этого. Ну, тем не менее, в общем, все, весь Ocean Swim классический, если мы говорим о большой семерке, да, Ocean Seven, это Гибралтар, это Ла-Манш, это пролив Святой Каталины, это пролив на Гавайях, это пролив Кука, это Северный пролив между Хоккайдо и Хонсю. Все, да, по-моему? Ну, врать не буду. Ну, в общем, это легко прогуглить и узнать. На всех них зачитываются истории только в случае, если вы плывете без гидрокостюма и без этого. Поэтому, да, поэтому холдовая история является очень такой сложной и непростой. Выраженный судоходный трафик. В сутки по пролив пересекает около 600 судов. Около 600 судов, поэтому выглядит это приблизительно вот так вот. Вот между всеми этими штучками надо пропихаться пловцу. Надо понимать, что размер этих штучек иногда достигает 3 футбольных поля. Страшно? Сложно сказать, там были другие проблемы. Некоторые рекорды. В принципе, тут как бы их много всяких смешных перечислено, начиная от серьезных, заканчивая не очень. Ну, самый быстрый заплыв 6.55. Я его не считаю рекордом, потому что человек явно невысокого уровня плыл. Ну, то есть уровня там максимум мастера спорта. И он плыл в жестком драфте приблизительно в 30 сантиметрах от лодки, эпизодически ее касаясь рукой. Ну, это было специально подобрано, потому что предыдущий рекорд принадлежал Стоевичу. Было специально нужно сделать английского, по моему мнению, сделать английского героя. Мы взяли лучшего пилота, лучшее время, лучшую погоду, и ему позволили плыть вот прямо вот он касался лодки. Ну, то есть это не выглядит как настоящий рекорд. Предыдущий рекорд принадлежал Стоевичу, и третий результат был у Кудинова, по-моему, или четвертый у Кудинова. А там у этого 2 минуты от Стоевича, он на 2 минуты быстрее, у Кудинова, по-моему, 3 минуты перед Стоевичем. Ну, я сейчас... Преимущество лодки? Преимущество пилота. Я... Если рядом лодка. Ты драфтишь, он тебя тащит в струе. Ты как... Так же, как за человеком ты плывешь, ты в драфте плывешь. Ты берет часть скорости, тебя тащит лодка струей. Самый быстрый женский заплыв 7.25. Самый ранний заплыв установлен в этом году. 16 мая человек переплыл. За 13.30 температура воды была 11 градусов. Нет, он небольшого веса, как бы, ну, у него нет гиперизбыточной какой-то такой-то. Ну, он как бы не выглядит как бегун, но выглядит совершенно нормально. Можете погуглить, посмотреть, выглядит совершенно нормально. Лучше, чем я. Самый поздний заплыв, ну, это ни о чем не говорит, 28 октября. Наибольшее количество переплываний, так называемая королева Ла-Манша, Элисон Стритер, 43 заплыва. Как бы, ну, у нее там папа водит один из пилотов, поэтому она так с ним купаться ходит, я так подозреваю. Но он забыл и бассейн построить, и вот поэтому тут решил так поступить. Самый быстрый заплыв в два конца 17-14 часов, самый быстрый заплыв в три конца 28-21 час. Самый долгий заплыв 28 часов 44 минуты. Самый молодой пловец 11 лет за 11.54. Надо понимать, что в настоящий момент как бы запрещено стартовать младше 16 лет. Это было довольно давно еще, когда было разрешено это. Самый пожилой пловец, очень уникальная история, это чувак из Южной Африки. В 73 года он проплыл за 12.52, внимание, а за 10 лет до этого, когда ему было 63, он проплыл за 10 часов. То есть он так через 10 лет решил. Я, видимо, думаю, что он придет в 83, чтобы проплыть за 14. Смертность. На самом деле смертность на канале невысокая. Официально зарегистрировано 10 случаев гибели пловцов. Последний произошел 28 августа этого года. Через неделю после моего заплыва человек погиб приблизительно в три четверти мили от берега. Потерял сознание, был этапирован на лодку, начали реанимационные мероприятия, и после этого он доставлен в коллегию, где официально была зарегистрирована смерть. При этом
у них забавная история, что он погиб в день своего рождения, в 45 лет. И до этого это был неоднократный финишер Iron Man, неоднократный ультрамен, и кроме этого он делал арк-ту-арк. Это такой вот триатлон, псевдотриатлон, псевдотриатлонная история, на которую дается 5 дней. Человек бежит из Лондонска, от Лондонской арки до Ла-Манша, там 80 с чем-то миль или километров, не помню. Потом он там спит, отдыхает, что-то еще, плывет в гидрокостюме. Внимание, вот тут принципиальное отличие, он плывет в гидрокостюме Ла-Манш, и после этого на велосипеде едет до арки Парижа. На все это дается 5 или 7 дней. То есть он был финишером. И только после этого он решился попробовать переплыть Ла-Манш в классическом виде. То есть это опытный человек, который имеет опыт и плавание. Официальные пока заключения нигде не было. Ну, на самом деле три варианта. С причиной смерти в таких случаях три варианта. Первое. Это переохлаждение, но переохлаждение не бывает мгновенным. Как правило, его успевают этапировать на лодку. А вот. В четверти мили от берега. Ну, то, что я читал на официальном сайте, написано, что он потерял сознание и после этого вытащил на лодку. Но он не первый раз потерял. У него он испытывал сложности. То есть они видели, что ему плохо. Во время этого забора. Да, во время забора. Ну, вот то, что... Не, на сайте, по-моему, у них не было. Ну, не буду спорить. Да. Возможно. В общем, это то, что я знаю. Как бы, в принципе, все могут погуглить, почитать, открытая информация. Официального заключения причины смерти нет. Причины смерти могут быть это переохлаждение, это какие-то сердечно-сосудистые проблемы. У этого человека они маловероятны. Еще вариант. Это утопление и анафилактический шок от укуса медузы. Поэтому... Нет, сейчас он плыл, как раз он погиб, потому что он плыл соло обычное, классическое. Поэтому захлебнуться очень просто. Там он устал, хлебанул огурца, попал на связки, белая асфиксия, связки резко сократились, остановилось дыхание, сердцебиение, дернули на лодку. Качнуть нормально никто не может, запустить. Как бы, ну, или неудачная причина, неудачная попытка запуска. Пока этапировали в больнице, он погиб. Но это, я думаю, что вот это наиболее вероятное, что произошло. Но пока официального заключения не было. Ну, вот здесь такой памятник всем пловцам через Ла-Манш. Такой суровое и отражает патетику мероприятия. Вкратце я рассказал, собственно, о основных сложностях, как бы, собственно, что ожидают. Прежде чем еще, расскажу, тут были вопросы, потому что, по-моему, у меня это в докладе нету. Собственно, что такое пилот и там вот почему, кто пилот, какая лодка, как что. Как происходит заявка на все это мероприятие? Существует федерация, две федерации. Одна ассоциация плавания через Ла-Манш, самая старая, и более новая федерация Channel Swimming Piloting Federation. Почему две? Как обычно, просто тупо делят бабки и поляну, кто кого будет возить. Поэтому там у них постоянные терки, одна признает рекорды другой, там, в общем, другая не признает. Не суть, работает все одинаково. Есть группа, основной там пилоты, и там, и там. У каждого пилота есть лодка. У каждого пилота есть расписанный график. То есть, допустим, за 5 лет, допустим, я говорю, я хочу поплыть с этим пилотом. Я начинаю выбирать, что у него, скорее всего, есть первая позиция. То есть, все время разделено на тайды. Тайд – это время приливов и отливов. То есть, там, к примеру, продолжительность в среднем около недели. Он говорит, вот тайд, допустим, у меня вот был с 9 по 16 августа. Вот в этот тайд, если бы я заявлялся 5 лет назад, я бы, возможно, был бы первым на очереди. Кто заявляется позже, получает вторую очередь. Я заявлялся за 1,5 года, у меня была 4-я очередь. Как это работает? Наступает время тайда. Первый день. Погода 50-50. Они говорят, ну, погода 50-50. Первому плывешь? Первый, не, я подожду хорошей погоды. Второму плывешь? Не, я подожду получше. Третьему плывешь? Нет, четвертый там уже непонятно. Тут уже 3 человека передо мной, дальше погода будет, не будет. Поплыл. И доплыл, допустим. Очередь снова переходит к первому. Снова, как появилась погода, первому предлагают, поплывешь? Первый. 4 слота. Это максимум и зависит от длины тайда. У меня был тайд большой, он был 8 дней. Там они сами для себя, это они сами выставляют себя, сколько они готовы взять. Оценивая там реальность погоды, потому что бывают короткие тайды. Бывают тайды с сильными течениями, они туда берут меньше людей. То есть, в принципе, они сами выставляют, сколько они готовы взять в этот тайд. И, соответственно, чем ты позже заявляешь. Например, вот сейчас, на следующий год, все fully booked. Там есть, по-моему, пару дырок на ранние слоты. И, в общем, то есть хотя бы где-то года за полтора надо всю эту историю делать. Ну, на самом деле, большинство это не соло-пловцы. Где-то 80% это эстафеты. Надо понимать, что соло-пловцов там немного. И вот вкратце, сколько? 2 человека, там 10 человек. Что, плывут? Да. А в эстафете? Да. А там зависит, как ты заявишься. Может быть, там 3 человека, может быть, 6 человек.
Такие же стандартные, чуть дороже стоимость заявки. Каждый час. Меняются каждый час. Час плывет, час следующий, час плывет, час следующий, час плывет. И потом как бы... И ты не можешь поменять последовательность. Обязательные условия. Если там один сошел, ты как бы начинаешь замерзать, не может другой впрыгнуть и за него поплыть. А в среднем сколько? Эстафеты в основном плывут, если не совсем чайники, они плывут довольно быстро, относительно в районе там 13 часов. Нет, человек сколько? В основном чаще всего 4, да. Наиболее частый. В районе 4. Они разными стилями плавают, кстати. Разными стилями иногда плавают. Да, там по эстафетам там бывают такие люди плавают, что там смотришь, почему они вообще доплывают, непонятно. Ну, они там, они могут там 28 часов колбаситься, ну, там... Ну, есть известные пилоты, которые крутые. Вот как бы я могу сказать, вот в этой федерации два самых крутых пилота — это Майк Орам и его сын Лэнс Орам. У них самый большой процент успешных переплывов. Можно просто погуглить, сколько у них процентов переплывов и посмотреть. Я плыл с самым крутым, типа, чуваком, но он такой, на самом деле, я думаю, что сейчас его сын не хуже, хотя бы он, и плюс он чуть-чуть более измерений находится, потому что этот Майк, он уже такой возрастной чувак, я бы так сказал. Почему важен пилот? Пилот, задача пилота рассчитать такую скорость, какова скорость течения сегодняшний день, какова скорость пловца, и вывести его по такой траектории, чтобы тебя вынесло именно на мыс. Иногда он специально делает более большие замахи, чтобы контрмахом тебя выкинуло на мыс. Поэтому на самом деле реальное расстояние, несмотря на то, что по треку я проплыл 65 километров, реально я проплыл только 40. Ну, всего? Да. Ну, то есть надо понимать, что когда говорят там, там проплывают 50 километров. Нет, это не 50 километров. Это 50 километров его таскало вот так, туда-сюда. Он это не, пловец это не ощущает. Пловец ощущает реальное прямое пересечение. А откуда он знает скорость пловца? Заранее говорит, пловца? Насколько... Пловец сам устанавливает скорость. Ты, во-первых, говоришь ему, да, он говорит, с какой скоростью у тебя средняя скорость там на 8 часах плавания? Ты говоришь, ну, на 8 часах плавания приблизительно с учетом кормления вот такая. Он говорит, понял, значит, ориентир такой, а потом он уже начинает смотреть, как ты плывешь, начинаешь ты проседать. Он это должен рассчитать, что ты проседаешь, и вот класс пилота определяется именно этим. Он видит, что ты проседаешь, тебя, значит, понятно, значит, тебе чуть поменять траекторию надо уже, потому что тебе уже за этот раз ты не успеешь заход, ну и так далее. И они очень так любят говорить, такая забавная история. Говорит, ну вы же понимаете, если пловец доплыл, то заслуга пловца. А если пловец не доплыл, то виноват пилот. Вот. Сложности подготовки. Первое, это необходимость проведения сверхдистанционных тренировок до 8 часов. Ну, все знают, что довольно сложно даже кататься на велосипеде 8 часов. 8 часов плавать. Там, даже в открытой воде это довольно сложно. И психологически к этому надо быть постепенно готовиться. Второе. В течение большей части подготовки тренировки у нас возможны только в бассейне, потому что в остальное время здесь несколько непогодь в Москве. В бассейне уже приходится плавать первые дистанционные тренировки, первые 18 километров я плавал в бассейне, первые и вторые. Надо понимать, что это такая история, ну, специфическая, не очень удобная для дальнобоя. При тренировках на открытой воде необходимо наличие лодки сопровождения. То есть вы не можете пойти вот так вот, ой, отлично, это сейчас открылась вода, я пойду плавать. Ну, либо вы будете плавать 50 метров туда-сюда, там 100, либо в любое место вы выходите, вам нужна лодка саппорта. Кормление, безопасность, защита от всяких чудаков, катающихся на гидроциклах и так далее. Вот, поэтому это тоже как бы, это не просто самому пойти, это нужна команда. Я к тому, что прежде всего это командный вид спорта, который кажется, что как бы герой один, так же как Фрум, герой один, но работает на него вся команда. Так и здесь. То есть как бы пловец доплывает один, но на него работает вся команда. И без этой команды это невозможно. Причем эта команда работает не только там, она работает в течение всего года. Очень короткий период целевого температурного режима воды в регионе. Что это значит? В нашем регионе, в Москве, я бы сказал. То есть, представьте, у нас то есть, всю зиму лед. В конце апреля он начинает сходить, плюс 5, к майским плюс 10, к середине мая плюс 14, к началу июня плюс 23. Все. То есть, ты можешь поплавать 3 недели в целевой воде. Соответственно, тебе необходимо выезжать на сборы, искать холодную воду и так далее и тому подобное. И отсутствие реалистичной ветроволновой обстановки в регионе, опять-таки тоже у нас. То есть даже вот мы выезжали тренироваться на Плещеево, даже в шторм в Плещеево, это не имеет никакого отношения к погоде, к волно-ветровой обстановке в Ла-Манше. Потому что высота волн в Ла-Манше очень высокая, несопоставима. И как бы они не такие короткие, и ты все равно учишься к другому немножко, готовишься, чем в реалии туда привыкаешь. Один ум хорошо, три лучше.
Ну, наверное, все, может быть, кто-то знает, что я занимаюсь подготовкой спортсменов на выносливость, как бы, ну, обладаю большим опытом в этом, как бы, у меня 10 спортсменов успешно финишировали айрон, 2 человека финишировали ультру, на ультре человек был 4-м, также человек один был, финишировал десабль 29-м, то есть я имею достаточно большой опыт подготовки, но спортсмен к себе не может быть объективен, поэтому невозможно сказать, я сам тренер, я буду сам себе тренером. Забудьте про эту историю. Это касается всех видов спорта, это касается не только плавания. В любом случае, если ты хочешь готовиться реально, нужен тренер, потому что он будет смотреть, в чем ты ошибаешься, что еще. Вот. И это очень важный момент. Четкое планирование подготовки с разбивкой по основным мезоциклам. Ну, я не буду останавливаться на систему подготовки, я думаю, что это вам кому-то расскажут, это менее интересная часть. Лучше мы чуть попозже вернемся к вопросам, если там как бы говорить, там, когда базовый мезоцикл, когда силовой, скоростно-силовой, там, когда там какую работу делать. Это вот, в принципе, это вопрос отдельной лекции. Как бы, поэтому вот, я думаю, что просто вкратце. Совместная коррекция подготовки в связи с жизненными обстоятельствами. Опять-таки, мне повезло, что я обладаю большим объемом знаний именно в плане планирования, и мы вместе с тренером могли корректировать, учитывая, что у меня там были болезни, там какие-то еще что-то. Как мы это будем обходить, как с учетом спортивной физиологии использовать те мои пропуски, те мои адаптационные изменения, чтобы это вывести меня лучше на пик форму. И четвертый момент очень важный. Это наличие спарринг-партнера на всех этапах подготовки. Одному это очень сложно переварить, когда приходится там шестичасовые плавать в открытой воде и так далее. Когда все-таки с тобой есть спарринг-партнер, это намного легче. Он просто единственное, что он должен быть, он может плавать чуть-чуть меньше. Мой спарринг-партнер плавал, как правило, там как минимум на 2 часа меньше, чем я. Но даже то есть я начинал раньше, выплывал на 2 часа раньше, дальше он подключался ко мне. Демкина Татьяна, которой я бесконечно благодарен, благодаря которой я в значительной степени смог подготовиться хорошо к этому заплыву. А в рамках подготовки? Да, в рамках подготовки. Ну, плюс-минус, на самом деле, не критично, потому что, когда мы в рамках подготовки плавали, были защитные моменты, когда она начинала проваливаться, я просто начинал плавать чуть-чуть по треугольнику, как бы, а лодка шла в сопровождении ее. Это все равно уже значительно облегчает. Потом в какой-то момент она там начинала меня догонять, там, то есть провал. Ну, приблизительно, конечно, плюс-минус как бы должна быть сопоставимая скорость. Плюс-минус. Но это не значит, что это должна быть скорость там вот как бы нос в нос. Вася, она тоже к чему-то готовилась? Она готовилась к кижам. Она плыла из кижей в Петрозаводск, в эстафете они плыли втроем. Ну, это легче просто. Это легче. Ты начинаешь за кем-то тянуться, ты начинаешь в один момент начинаешь раскисать, а партнер, как правило, раскисает кто-то один. Ты начинаешь раскисать, а партнер в этот момент хорошо. Он тебе начинает, да ладно, сейчас доплывем, что ты там, хорош тут ломаться, блин. Сложность планирования подготовки, еще раз, это длительный зимний сезон, частые командировки, связанные с пропуски тренировки, отсутствие четкого представления о доступном open water, ну и болезнь в зимний период. В принципе, об этом я все сказал уже. Вася, лодку вы с собой брали на Печеево или там? Нет, у нас своя лодка. Да, надувная лодка, да. Ну, холодовая адаптация. Многие, наверное, знают, что в России сложно адаптироваться к холодной воде. Можно только вот так вот. К сожалению, в России по-другому сложно довольно готовиться. Да нет, это в Штатах. Ну, какая разница? Это так, для иллюстрации. Из холодовой адаптации отмечу 3 момента важных. Первое. Тем не менее, важно увеличение жировой компоненты. Могу сказать, что я в том году, приблизительно в июне месяце, когда я готовился к этому... В общем, к айрону готовился. У меня такой был немножко поменьше, чем сейчас. Я потом покажу разницу. Я решил поучаствовать в open water 5 километров в романтике. Там был какой-то заплыв. И я решил проплыть 5 километров без гидрокостюма. Еще ухитрился убедить своего товарища, который еще более худой. Это был там 11 июня или 12 июня. Там было, по-моему, 17,5 градусов или 18. В принципе, не очень холодно. У меня было ощущение, как, что я должен сейчас запрыгнуть, мне сейчас будет холодно, я проплыву метров 300 и согреюсь. Я вот запрыгнул, и вообще никак в прорубь запрыгнул, начинает жечь. Но я думаю, сейчас 500 метров проплыву и согреюсь. Фиг там. В общем, жгло все 5 километров. Спасло, не вылез только потому, что в один момент я товарищ уже догнал на круг километровый, его просто колотило так, что вот так вот, он доплыл, и он еле-еле доплыл 3 километра. В общем, я в таком же состоянии вылез, вот.
В общем, было довольно забавно. Поэтому, тем не менее, несмотря на то, что не нужно набирать огромное количество килограмм, я повторюсь, что это сильно преувеличенный миф, тем не менее, в состоянии бегуна на марафонской дистанции это невозможно переплыть. Поэтому увеличение жировой компоненты нужно. Следующий момент. Это постепенность адаптации холодовой. Не нужно пытаться сейчас, вот я все там, зима, я сейчас буду в проруби плавать там по вначале там час, а потом два. Все идет постепенно, и также начиная, во-первых, с температурных изменений. Кстати, хочу сказать, что к плаванию в проруби никого не имеет отношения к плаванию ла-манш. То есть бесполезно тренироваться плавать в проруби. Плавать надо в целевой температуре, то есть в районе 16 градусов. Там 14-16. И третья этапность. То есть первый момент. В любом у нас, что значит подразумеваю под этапностью? Опять-таки, в связи с тем, что у нас нет возможности нормально холодовой адаптироваться, нам приходится выезжать на какие-то сборы, на какие-то это, делать вначале там какую-то краткосрочную адаптацию, потом закреплять эту краткосрочную адаптацию, потом уже делать долгосрочную адаптацию. То есть все делать такими блоками, и которые закрепляются. То есть вначале ты сделал нагрузку, переварил ее, закрепил. То же самое в холодовой адаптации. Там типа получил холодовой опыт, наплавался в холодной воде, там, допустим, по 4 часа несколько раз. Потом пусть у тебя перерыв, но тебе надо закрепить это. Нельзя сразу переходить к следующему этапу. То есть нужно закрепление, нужна этапность. Увеличение жировой компонент. Это я до, это я после. Это с него вы простите? Да, это я. Это я в том году перед стартом в роте. Это я в июле. Чем питались? Секрет. Не, на самом деле я вес набрал за 4 месяца. И у меня такой вот же отпустил, у меня сразу. Вот, поэтому тут очень не так сложно. Ну, до Нового года я набрал. Вот я с Нового года уже вес не набирал. Это я после 8-часового там квалификационного заплыва в Ла-Манше. Извините, а там же нельзя много набирать. То есть вы все равно себя контролировали. Ну, на самом деле просто набирать можно сколько угодно. Плавают в любом... Там очень крупные тети, крупные дяди плавают гораздо больше, чем я, с большей жировой компонентой. И гораздо быстрее плавают. Просто после... Я вот до Нового года набирал, а потом пошли вот эти уже 6-часовые тренировки. И просто я уже просто... Просто остановился процесс. Этапная адаптация к холодовой воде. Ну, как происходило у меня? Возможно, это не лучший вариант в этом регионе, но... Как возможный. Для начала я осенью начал первые попытки плавания в холодной воде, начиная там с 2 по 10 минут, потом там 2 по 20, потом 40 минут, потом там 50 и потом час. Плюс при этом постепенно снижалась температура. Я начал с температуры 18 градусов и закончил часовым плаванием в 13 градусов. Но опять-таки это была скорее такая пробная адаптация, понимание, сколько времени мне нужно, там, чтобы выйти на какой-то там временной режим. После этого зимнее душевое закаливание. Что это означает? Я дома просто заблокировал кран горячей воды в душевой, после чего моя семья меня возненавидела. К счастью, у них была ванная, поэтому они мылись в ванной, я весь сезон ходил просто... То есть, как бы, ну, вариантов не было там, потому что так очень сложно мне там лезть куда-то во всякие эти краны его, чтобы теплой воды добавить. Потому что искушение всегда есть, а тут раз горячая вода, а там нет ее. Поэтому все мытье происходило в холодной воде в течение всего года. Когда я вернулся, кстати, жена сказала: не забудь, пожалуйста, кран вернуть на место. Ты же уже переплыл все-таки, о чем мы страдаем? Весенний сбор на Майорке. То есть задача этого сбора была... Там очень много задач было, но это первая краткосрочная адаптация. Я про него чуть расскажу подробно. Следующая попытка адаптации, закрепления майоркского сбора, это было майские Москва. Ну, это не майские праздники, это скорее там конец мая, начало июня, пока еще была более-менее погода. Потом все, температура воды перевалила за 22 градуса, и пришлось достаточно рано, в самом начале июля, сваливать уже в Дувр. Поэтому я там проболтался почти 2 месяца. Вот. Вначале для того, чтобы там акклиматизироваться, потом выполнить самые последние длинные даблы, и потом, собственно, ожидание заплыва и сам заплыв. Ну, сбор на Майорке. То есть это один из первых сборов. Я думаю, что рекомендую всем куда-либо выехать, если кто-то будет готовиться к длинным холодным заплывам. Это весенний выезд куда-то там в Испанию, Майорку, там еще как-то. Могу сказать, что к этому не подходит Тенерифе. Там слишком теплая вода. В общем, Канары не подходят, там слишком тепло. Даже там в январе, в феврале месяце, когда там самая холодная вода, она все равно там слишком теплая. Она там где-то 18-19 градусов болтается. Вот. Задачей поэтому было появление краткосрочной холодовой адаптации. Начинал я там опять-таки 2 по 20 минут, потом довольно быстро вышел на 40. 40 плавал довольно долго, потому что температура воды еще была 14 градусов. Потом где-то на 14-градусной воде я вышел на 2 часа.
И вот уже потом чуть вода потеплела, я смог проплыть, значит, несколько 4-часовых тренировок и проплыть 6-часовой квалификационный свим. То есть, как бы сразу скажу, что 6-часовой квалификационный свим – это история, которую необходимо выполнить для того, чтобы тебя допустили к заплыву. Ты заполняешь определенную форму, ее должен заполнить либо сертифицированный наблюдатель, как мы думали. Но оказалось, что это не нужно, заполнить могу я за вас. Или ваш тренер. Кто угодно. Вы пишете, что в какое время заполнено, им бумажка просто нужна. Но вы должны для себя это прежде всего сделать, чтобы понимать, что вы способны 6 часов находиться в воде при температуре ниже 16 градусов. С другой задачей, плавание в условиях сильного волнения. Ну, вот это далеко не самое сильное волнение. Это как бы, в принципе, я там плавал в шторм высотой волна 4 метра. И в один момент даже тренер меня развернул, сказал, что все, иначе надо сейчас. В принципе, при таких погодах заплыв восстанавливает, можно разворачиваться. Мы плавали вот в самый сильный шторм. Мы плавали, если кто знает Майорку, мы стартовали с пляжа Форментор, пересекали всю эту большую бухту на дальнюю часть мыса, которая уже находится в Алькуде, и обратно. Вот. Также плавание, тренировки в темное время суток, отработка методов кормления. Это тоже все входило в эти задачи. Поэтому, если кто-то собирается, я всем рекомендую задуматься о таком сборе. Причем первое, это невозможно сделать, опять-таки, самому без команды. Потому что мы приехали туда, первую неделю я плавал сам в небольшом, там, вдоль берега как-то там акклиматизировался. Потом, когда я более акклиматизировался, прилетел тренер, мы взяли в аренду лодку резиновую с мотором, чтобы он меня мог сопровождать уже на расстоянии там, 6 километров от берега и так далее. Поэтому нужно помнить, что это командный вид. То есть это не удел одиночек. Ну, если вы там плаваете еще, может быть, в Англии, в Дувре, это возможно. В России это точно командная история абсолютно. Причем на протяжении всего года. Ну, весеннее в Москве, то есть была задача закрепления холодовой адаптации краткосрочной, апробация четкой и разработка четкой схемы питания, начало выполнения дистанционных даблов и блок панно. В связи с моей болезнью блок панно пришлось сократить, из-за этого плавание было достаточно низкоинтенсивным, и, в общем, сам заплыв мог бы быть значительно быстрее. В связи с тем, что я не смог выполнить его эффективно, то есть ему нужно было 8 недель хотя бы отработать. Отработали реально только 2 недели. Ну, работа над анаэробным порогом. Работа над анаэробным порогом. Ну, я сейчас так не... За 2 секунды я это не расскажу. Это краткий экскурс в спортивную физиологию. Дистанционные даблы. Это очень важная часть подготовки пловца к сверхдлинным дистанциям. Это вот Плещеева мы плавали. Что это означает? То есть спортсмен вначале выполняет длинный дистанционный заплыв продолжительностью там, от 5 там, до 8 часов и делает его в ночь, чтобы он сдвигался в ночь. И потом рано утром начинает следующий заплыв продолжительностью чуть-чуть меньше. Постепенно доводя себя, либо начинает там 5 плюс 3, потом 6 плюс 4, потом 7 плюс 5 и в конце там 8 плюс 6. Плюс каждый из этих кусков он должен быть закреплен. То есть ты вначале выполняешь там 5 плюс 3, потом тебе нужно сплавать еще раз 5 плюс 3, чтобы это закрепить. Потом неделя отдыха, ты восстанавливаешься, выходишь на следующий level up. Там, 6 плюс, при этом у тебя до этого уже должны быть наплавлены одиночные 6 или 7-часовые заплывы. Потому что нельзя там сразу перейти к даблу. Ты уже должен быть готов к этой шестерке. Средняя скорость пловца, могу сказать, что с учетом кормежки обычного среднего пловца, который на айроне плывет где-то приблизительно 1:05 в гидрокостюме, обычная скорость пловца чуть ниже 3 км в час получается. Потому что в любом случае кормежка, остановки. Зависит, ну, здесь мы, конечно, не торопились с кормежки, травили байки, анекдоты, веселились. Ну так, то есть у нас остановка была на кормление минуты по 2. В Ла-Манше это 30 секунд остановка на кормление, максимум. Питание на дистанции. Ну, наверное, это интересный вопрос, поэтому он не настолько сложный. Я немножко расскажу о нем чуть подробнее. Первое. Питание должно быть строго индивидуальным и опробованным. Но это все знают, что у каждого, кто там занимается каким-то видом спорта, выносливость, если одному подходят одни гели, другой с них будет бегать в туалет. Одному подходят одни истории, другому другие. Это все знают. И то, что оно должно быть опробованным, наверное, тоже все догадываются, что нельзя пробовать новое питание, это приводит к чему-то особенно. Второй важный момент. Оно должно быть многокомпонентным и жидким. То есть бананы не работают практически. То есть основное питание в любом случае это должно быть жидкое. Потому что это встает комом, у вас отвисают органы, натягивается брыжейка, отсутствие гравитации. Это все очень плохо. Потом идет пассаж по кишечнику, и это практически не работает. Поэтому должно быть максимально жидким. Что значит многокомпонентным? То есть должны быть белки, жиры, углеводы обязательно в составе, причем должны быть какие-то, может быть, сложные углеводы в виде там, каши, там,
плюс еще какие-то моменты. Ну, могу сказать, вот основа питания – это многокомпонентные углеводы в виде растворов и гелей. Это основа питания, которая базу составляет. Ну, к примеру, я пользовался Винфорсом, питание спортивное. Винфорс. Ну, отлично, спонсор может подойти. Ну, других производителей я не очень люблю, поэтому не буду. А? Витарго не пробовал до этого, потому что Витарго отличный, тоже, да, кстати, отличный, отличная история, так как обладает очень низкой осмолярностью, да, поэтому как бы, но, опять-таки, это нужно понимать, что у тебя что-то расходуется, надо купить на месте, как бы, на месте не все вещи можно купить, поэтому я рекомендую отрабатывать то питание, которое в случае факапа вы купите в Англии. Ну, или там туда, куда вы поедете. То есть нужно понимать, несмотря на то, что мы привезли, я потом расскажу эту историю, произошел факап, и там был вот прямо вообще. Ну, гели тоже. Я пробовал определенные гели. Не помню, как они называются. Потому что до этого я пробовал одни, в Англии их не оказалось. Опять-таки, ошибку, которую допустил, в Англии пришлось пробовать другие. К счастью, они прижились и пришли нормально. Как-то C7 что-то? CIS, да. Или Hi-Fi. Не-не, CIS. Вроде прижились, и как бы пошло нормально. Это основа, это база питания. На него начинает нанизываться остальное. Во-первых, первые 2 часа ты питаешься каждый час, потом каждые 30 минут. Профики питаются каждые 20 минут. Но у них более маленький объем питания и совсем короткие остановки. Они плывут, на ходу хватают, так буквально выдавливают и продолжают плыть. Как бы, то есть это совершенно другой уровень. Как бы. Поэтому они питаются раз в 20 минут. Если мы будем питаться раз в 20 минут, мы слишком много времени накопим на остановке. Поэтому каждые 30 минут, но чуть больше объем. У меня в час выходило 400 килокалорий, был расчет мой. Опять-таки, все индивидуально. Как бы кому-то это зависит от темпа плавания, как бы от многих факторов. Что еще важно? Это низкомолекулярный белок плюс БЦА каждые 4 часа. Обязательно низкомолекулярный белок, сложнокомпонентные белковые смеси здесь не подходят. То есть, которые в составе казеины там, и так далее. Ну, прежде всего, это, как правило, это изолят белка с БЦА чаще всего. Ну, производители, каждый может выбрать на свой вкус, оттестировать и так далее. Что еще вещь? Овсянка с имбирным чаем. Имбирный чай – факультативная история, просто он чуть-чуть там меняет там вкус и чуть-чуть так, ну, разбавляет, бодрит чуть-чуть. Да? Ничего особенного в нем нету, можно обычный чай. Там. Спрашивают, в овсянку я добавлял чуть-чуть меда, можно варенье, чего угодно, неважно. Самое главное – это не вареная овсянка, это просто залитый геркулес. Вначале он заливается дома до более густого состояния, приводится на лодку, он уже такой обязательно закрытый, чтобы он не встал. Потом просто откладывается порция, в которой понятно, сколько калорий, и чуть-чуть и разводится до такого жиденького состояния. Потому что, когда вы варите, вы реально получаете очень мало калорий. Потому что она разваривается, в реале там вы положили чуть овсянки, вот столько каши, калорий там очень мало. Нужно рассчитать, что вы взяли 100 грамм овсянки, 350 калорий, разделили ее на 3 порции, четко сухой овсянки, поняли четко калораж и четко рассчитали калораж. Также гипоксен перед стартом и каждые 6 часов в банане. Объем потребляемого гипоксена зависит от вашего веса. Рассчитывается на капсулу на 10 килограмм. Антигипоксан, который повышает производительность в условиях гипоксии. Ну и молитва богам Ла-Манша каждые 3 минуты. Еще что я хочу добавить, что мы использовали, ну я рекомендую также делать, но каждый подобрает. Это как бы текст молитвы, это я потом расскажу, у меня там она записана. Как бы две бутылки. Одна бутылка смыть просто, прополоскать рот, другая выпить питание. Почему? Как бы гель сильно концентрирован, надо его запить. Плюс даже многокомпонентные углеводы, чтобы потребить за раз, за небольшую порцию 200 килокалорий, то есть могу сказать, что 200 килокалорий обычно разводится на 800 классически. Да? 200 килокалорий на 800, а вам это надо запихать в 150, потому что вы не можете стоять и пить там 800, вы должны за 2 глотка это выпить. Поэтому это достаточно все равно концентрированная история. Пусть она многокомпонентные углеводы, пусть там не чистый сахар, не чистый мальтодекстрин, но все равно это концентрированная история. Вам приходится запить это. Поэтому две бутылки на короткой поводке. Также или одна бутылка и гель на коротком поводке. Вот. Для передачи таблеток и гипоксена мы пользовались, там такие у нас специальные, там на фотографиях были видны такие чашечки на палочке, в которые мы брали банан, нафаршировали его гипоксеном или там таблетками, и я уже как бы брал, как бы мне скидывалась бутылка, которую я запивал, запихивал банан и бутылкой запивал уже. Основная история бросается на разматывающемся поводке. Не надо пытаться давать в руки, потому что требуется подплывание к лодке, это огромное время, отплывание и так далее. Гораздо проще, там видит спортсмен, подается сигнал, кидается поперек его траектории бутылка, выкидывается, и он наплывает уже на нее и уже подбирает питание. Восстанавливались, да?
Ну, естественно, да, я не профик, ну, как бы, получал какую-то информацию, там, не таком. Тренировки в Дувре. Задача тренировок в Дувре – это дальнейшее совершенствование и закрепление долгосрочной холдовой адаптации. Долгосрочно – это что имеется в виду? Это не то, что по долгу времени, а то, что я уже много времени адаптируюсь, уже несколько месяцев. То есть краткосрочно – это я вот месяц поплавал в холодной воде, пришел, если это я не закрепил, это быстро уйдет. Закрепил, но это может подержаться там недели 2-3. А ее нужно перевести в долгосрочную, что ты уже накопил большой объем и длительного времени. Коррекция схемы питания в условиях соленой воды выполнение в 8-часовых даблах в реалистичных условиях. Потому что выполнение таких длинных тренировок в условиях Ла-Манша – это совершенно другое, чем выполнение таких тренировок на Плещеево. Это другая вода, это наличие, опять-таки, медуз, это как бы другое волнение, это соленая вода. И поэтому нужна была еще коррекция схемы питания в условиях соленой воды. Непонятно, как было организм начнет принимать какую воду и как это будет восприниматься. Поэтому вот на самом деле каша пошла только на Ла-Манше. Вот пытались кашу пользоваться в Плещеево, не пошло. Но Ла-Манше прямо на ура стало. То есть опять-таки у тебя все время соленый рот, у тебя там чуть-чуть другие ощущения, и поэтому вот так вот. Да. Вопрос у меня насчет каши. Каша просто... Я сказал, что я делал с медом. Ну, с медом и немножко соли. Как бы, ну, можно с вареньем. Нет, конечно, немножко, чтобы не в чистом виде, потому что нам все равно нужны вкусовые ощущения, это важно. Чтобы это не просто такая безвкусная история. Ну и последнее, это подводка старту, задача была. Ну, как бы скорее от меня немножко щипало. В основном отекает вот здесь вот все очень сильно. Как бы лицо очень сильно отекает это. Немножко расскажу о таком замечательной вещи, как Channel Swim Community. В Дувре, в Дувр Харбор, вот это вот огромная такая вот это как бы не лагуна, а закрытое пространство, где проходят корабли. Они входят как бы вдоль края и уходят на парковку. Здесь каждые выходные, в субботу-воскресенье, собирается огромная комьюнити пловцов, которые готовятся к тому же сомнительному удовольствию, к которому готовился и я. Большинство из них, конечно, плывет эстафетами, и с каждым днем их количество уменьшается. Это связано не с тем, что их отстреливают, а связано с тем, что они частично кто-то переплывает, кто-то не переплывает и уезжает. И такое некое, как бы, там существует некая такая саппорт-служба фанатов, людей, которые, волонтеров, которые организовывают все это. Там платишь какие-то там 20 фунтов за сезон, и они там занимаются, они готовят тебе еду, они приносят свое питание для тебя, они кормят тебя, они... То есть эти деньги расходуются только тупо на покупку еды. Они смотрят за твоими вещами. И там люди плавают вот эти тренировки, в том числе вот эти длинные тренировки. Ну вот от конца в конец бухты и обратно как раз у меня занимало час. Ты поплавал, первые 2 часа тебя не кормят, потом ты выходишь, тебя покормили. Потом ты еще туда-обратно сплавал, еще часик, тебя еще покормили. Туда-обратно сплавал, тебя еще покормили. Плывешь обратно, тебе уже слюна начинает выделяться. Да, еще уже никого нету, потому что 8-часовые это редко кто плавает. Обычно у них плавают либо 6, либо 7. Они говорят, ну извините, но у нас тут мы только 7 часов плаваем, потом мы уходим, типа. И да, ты плывешь обратно, никого уже нету, слюна все равно выделяется. Вот. Ну, это на самом деле очень великая вещь. Там, такие люди немножко странные, там тусуются всякие бабушки, такие миллионолетние, вот, там, и так далее, которые там вот уже там лет 30 сидят и кормят пловцов. Ну, это у них такое, как бы некоторые летом на дачу едут, а они вот кормить пловцов. Да, в общем, такая довольно интересная история. Но на самом деле это очень такое friendly community, и как бы ты приходишь, ты всякие там люди каждый раз, они болеют за того, кто плывет, как бы там постят, там как бы, ну, в общем, такая реально очень прикольная история. Жир или не жир? Вот некоторые мажутся вот так. А вот. Нет, это крем для эпиляции. Вот, могу сказать, что, ну, как бы классически, раньше считалось, очень было популярно, особенно в начале прошлого века, нанесение большого количества смеси ланолина с вазелином, 90% ланолина и 10% вазелина на тело. Считалось, что это помогает греться. Ну, сейчас уже от этой всей истории давно отказались большинство людей, но некоторые, которые сильно боятся замерзнуть, они продолжают вот мазаться в таком состоянии. В реале большинство пловцов наносит
смазку только на трущиеся места. Это как бы вокруг плавок, это подмышки. И самое страшное, что стирается, это вот плечи. Потому что даже ты выбриваешься гладко, за это время щетина отрастает. И вот я вот, несмотря на то, что вы видели, когда я плыл, это сильно намазан, я себе вот так стер кусок кожи полностью в мясо. Я думаю, что это не только со щетиной связано, я думаю, что женщины тоже стираются, потому что как бы у женщин другие проблемы. Они стираются от купальников, у них здесь такие, как будто медузы по ним плавали. Там другие проблемы, да. Вот, плавки после этого я просто выкинул, потому что это было уже так мало похоже на плавки. Составляющие успеха. Ну, соответствующая спортивная подготовка, тут, я думаю, все понимают, что к такой вещи нельзя, так сказать. Это не Iron Man с дивана. Это не работает история. Вот. А? Я не пловец вообще. Я никогда не имею никакого... Единственная моя заслуга в этой истории, что я, так же, как и первый пловец через Ла-Манш, единственный настоящий любитель. Потому что все остальные, кто переплыли, минимум кандидаты в мастера. Либо чемпионы мира. То есть кандидат мастера... Вот, Алла Кессиди КМС в прошлом, Люда Попова мастер спорта. Ну, про Панкина и Кудинова вы сами все знаете. Вот я сказал, что вот я и Кузнецов — это два человека, которые настоящие любители, которые начали плавать в позднем возрасте. Единственное, что плюс Кузнецова, он начал плавать молодым относительно, и поэтому он мог переваривать нагрузки и быстро восстанавливаться. Все-таки у возрастных любителей, там, я, конечно, не очень старенький, но все равно, после 40 требует организм больше времени восстановления. Мне дают дабл, и я на неделю уже не могу выполнить другой работы. Это проблема. Поэтому не пошел блок ПАНО. Потому что я начинаю, даю дабл, мне все, мне чтобы до следующий дабл проплыть, я всю неделю должен так купаться по часику чуть-чуть, и все. Потому что если мне дадут там две нагрузки на пано, я уже не восстанавливаюсь. Сколько, извините, вы плавали до Ла-Манша? Ну вот сколько я айронменом занимаюсь? С 2010-го? 10-го? 2010-го? 5-6 лет у вас. 5-6 лет, да. В бассейне какие идут нахуй? В бассейне... А 100-метровку за 100-метровку я вообще никогда не плавал. Километр не быстро, 15-50, я помню. Чего? Не, ну вот тут есть вот профессионал настоящий километр. Да, да, да. Мне кажется, он по 15 минут, я думаю, час плывет. Ой, да. Вот. Но, опять-таки, вот, например, когда сейчас я готовился, у меня такой скорости не было, потому что основная была задача — специализация на других навыках. Такая скорость у меня, когда я готовлюсь к айрону. На айроне я плыву, говорю, что там самый лучший у меня, по-моему, 1:03 результат. Как бы. Ну, в гидрокостюме это, в принципе, не быстро. Сейчас у меня намного медленнее скорость, это я сразу могу сказать. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что все это понимают важность. Да? Второе. Требуемая холодовая адаптация. Не надо надеяться, что вы здесь плаваете в тепле, а приедете сюда и акклиматизируетесь. Гарантированно получится, как у человека, который пытался переплыть в этом году в июне с Питера, который там закалялся в бассейне по питерской методике. Может, какая-то секретная, просто я не знаю. Вот. И когда приехал туда, он надеялся успеть акклиматизироваться там, за 2 недели. Ну, акклиматизации хватило на 5 часов плавания. Поэтому не надейтесь. Надо длительно и этапно. То есть о том, о чем говорил. Второе. Правильный выбор времени тайда в соответствии вашей холодовой адаптации. Что это имеется в виду? Конечно, можно поплыть в июне, но если вы живете в Дувре, тогда можно. Если вы все-таки живете в Москве, не надо выбирать июнь месяц для плавания. Надо выбрать все-таки август. Это все-таки более август или сентябрь. Это более реалистичное время для плавания. Потому что температура воды в это время становится ближе к 18 градусам. Поверьте, 18 градусов – это тоже очень-очень холодно на таком времени. Прикажете, что я купаюсь в 18 градусов – отлично. Но это не имеет отношения никакого к 8, к 9, к 10 часам плавания в такой воде. Поэтому даже к такой воде нужно очень много адаптироваться. А плавать в июне там, в 14 градусов, ну, как бы можно, но если ты живешь в Дувре. Или ты постоянно всю зиму плаваешь тупо в Ла-Манш. Очень важный момент. Важна позиция в тайде, а не то, в какой тайд вы стартуете. Что это значит? Как я говорил, бывают тайды с быстрыми течениями, бывают с медленными течениями. И все стараются заявиться в тайд с низкими течениями. Такую же глупость я допустил. Пусть я буду четвертым, но в тайде с низкими течениями. Хотя мне предлагали вторую позицию в быстром тайде. Как я уже объяснил, что это не сильно имеет значение, если у тебя пилот опытный. Ты, конечно, наматываешь вроде километраж большой, но в реале ты переплываешь то же самое. Ну, там, может быть, разница не очень большая, но самое главное. Весь ваш тайд может быть непогода. И все, и вас всех, всю толпу перекинут в следующий тайд. Только в конец очереди уже быстрого тайда. Поэтому гораздо иметь важно, чтобы ты был первый или второй. Пусть плохой тайд, потому что погода может перемешать все.
Точнее, она всегда перемешивает все. Не надо надеяться, что в ваш тайт будет хорошая погода. Может быть, там, один день будет хорошая. А может, вообще весь тайт не быть погоды. И все сместится уже на быстрый тайт. Поэтому гораздо важнее, это как бы правильная позиция в тайде. Второе, составляющая успеха. В ожидании хороших погодных условий. Что это значит? Ну, как бы, бывает, они приходят, говорят, особенно, когда у вас плохая позиция, типа, ну, знаешь, сегодня плыть можно, так, 50 на 50, там, ну, слушай, там, как хочешь. Ну, если хочешь, я тебе деньги верну, там. Вот не надо соглашаться плыть в такой погоде. Вот была в этом году одна девушка из Казахстана, которой я помогал готовиться тоже к Ла-Маншу. У нее был неуспешный заплыв, к сожалению, потому что она стартовала в очень сложные погодные условия. И в ночь, и в очень сложные погодные условия. В общем, она там через 4 часа, ей тоже так же сказали, ну, типа, погода говно, но у тебя все равно тайт закончился. Ну, хочешь, мы тебе деньги вернем. Или был вариант просто посидеть еще там 2 недели подождать. Так вот, лучше посидеть 2 недели подождать. Или отказаться. Потому что вот она стартовала, через 4 часа она наглоталась воды, у нее началась неукротимая рвота, и пришлось остановить заплыв. Стартовать или не стартовать, или выходить или не выходить. Два варианта, как бы человек сам или пилот. Ну, не пилот, а наблюдатель из числа федерации. А тренер ваш? Ну, тренер тоже может, как бы, ну, естественно. Но ты можешь, как бы, ты можешь отказаться и от пилота, и от тренера. Но, как бы, часто пилоты, как правило, останавливают заплыв тогда, когда ты просто молишься, чтобы его остановили. А? В лодке, может быть, ну, как бы, официально там команда пилота, обычно их там, как 2-3 человека. Ну, то есть там второй запасной пилот, потому что ему же спать тоже надо, чтобы чуть-чуть там какое-то время там отдыхать, потому что они там бывают стартуют сутки за сутками, непрерывно из лодки не выходят. Вот, наблюдатель и саппорт-тим твой. Там, ну, как бы идет одновременно, да. Ну, они могут стартовать в этот день там несколько лодок. Да, ты конкретно с одной лодкой привязан. Да, да. А, что? А сколько у вас людей было? Я тебе говорю, ну... Мы плыли вместе. А, так у вас лодки-то какие эти? Распаш? Нет, одна была большая, которая с капитаном, и он все делал то, что здесь. А еще две были резиновых, ну, на моторах. Ну, я думаю, что это связано с тем, что 3 человека, и все ходят порознь. Здесь как бы ты плывешь рядом с лодкой, поэтому это... Следующее, это опытный пилот, как я говорил, что, ну, тут, в принципе, так, просто не надо выбирать, если там есть возможность смотреть. Известно, что пилот там плавает там 5 лет всего. Это не самая хорошая рекомендация, у него небольшой опыт. Они стоят одинаково? Приблизительно одинаково. Там плюс-минус там 100, 200, 300 там фунтов. В общем, это не принципиальная цена. Нет такого, что один 5, другой 2. То есть там цена приблизительно одинаковая. И в этом году, по-моему, стоило 2900 фунтов. По-моему. Только пилот. Могу сказать, что... Бюджет. Он приблизительный, но я думаю, что он близок к реальному. 20 тысяч долларов на год. Все. Выезды на сборы, вывоз тренера, бассейны, тренировки, как бы покупка лодки, например, аренда лодки в этом, на Майорке. Потому что нужна была лодка здесь, чтобы ездить на Плещеево, ее пришлось купить. Как бы, то есть там много-много-много всяких составляющих факторов. Его можно урезать, но... Принципиально не урежете. Он не станет 5000 в любом случае. Потому что проживание в Англии. В Англию вам надо вывести свой саппорт-тим. В Англии надо снять жилье. Прокормить всех это время там. Ну хорошо, вот со мной как бы часть людей поехала за свой счет. И как бы это. Но все равно, это все равно большие траты, надо понимать. То есть как бы в 5000 долларов это не уложится, сразу могу сказать. То есть я думаю, что в совсем бомж-варианте можно за 10. Ну, типа, не брать саппорт-тим, плавать без тренера, приехать там где-то потусоваться, там, ну, там, ну и так далее. Ну, да, как правило, это заканчивается однозначно. А у вас есть обязательные требования к страховке? Ну, у меня просто вообще, в принципе, очень дорогая страховка с эвакуацией, репатриацией тела и все остальное. Федерация. У федерации все равно. Просто есть страховка и все. И самое главное, еще раз я говорю, это слаженный и верящий ваш саппорт-крю. Могу сказать, как происходило вот у меня. Вот все 15,5 часов... Таня Демкина не отпускала меня из глаз. Что это значит? То есть я вот поднимаю глаза, и я вижу, что она смотрит мне именно в глаза. Это очень важно. Это смешно, конечно, но это очень важно. Потому что даже если когда человек смотрит тебе на ухо, ты уже видишь, что он смотрит так, ну, чуть-чуть взором, чуть-чуть мимо тебя. И это как нить тебя держит. Тут ощущение, что как бы, возможно, у кого-то более сильная психика. Может быть, кому-то это не так важно. Для меня это было очень важно. Это ощущение, что человек тебя держит за руку просто, как бы, и в любой момент, что с тобой случится, он тебя дернет обратно. Это вот очень важно, чтобы такая история была. Как вы решали, соответственно,
Ну, я в основной массе в одну сторону, поэтому и стер больше здесь, на лодку в основном дышал. Ну, иногда так. Опять-таки, ты плывешь против волны, чтобы дышать как бы в сторону лодки, когда, ну, там, в сторону... Лодка с одной от маленьких волн закрывает, основная волна приходит отсюда, ты дышишь в сторону этого. Там был момент, когда чуть-чуть успокоилась погода, тогда я там 3-3 дышал. Но в основном дышишь под одну сторону. Плюс команда должна четко отработана схемой питания, чтобы она быстро понимала друг друга с полуслова, как тебя забросил, туда, что тебе сказать. Она должна знать твою психологию, что тебе можно сказать в этот момент, что нельзя и так далее. А судоходство? У них навигация на лодке? У них есть навигация на лодке, плюс они как бы, ну, там весь канал знает, что плавают чудаки через Ла-Манш, как бы. И капитан ведет переговоры с большими судами, отслеживает, ну, чуть-чуть корректирует, чуть-чуть их минимально. Там же не нужно, ты не нужно, чтобы он просто в 300 метрах от тебя прошел. Они просят чуть-чуть коррекцию курса забрать, там, допустим, 200 метров туда, там. Чуть-чуть там скорректировать, обойти спереди. Ну, бывает, ты подплываешь прямо, он кажется, что ты в него сейчас въедешь, что он тебя наплывет. Но в реале он тебя оплывает. Ну, там вообще все, именно поэтому, как бы, документы подаются заранее. Нельзя, типа, вот сказать, что, ой, я там... У меня баба кумататься, дайте мне денег, и я там поплыву. Дайте мне катер, и я поплыву. Они подают заранее документы в погранцам, там все очень сложно. Документы находятся одновременно на лодке, когда ты плывешь, потому что тебя, в принципе, могут там остановить пограничный катер и проверить. Не тебя, а как бы они могут подплыть и как бы погранкатер сделать запрос. На самом деле там постоянно патрулируют военные. Сейчас вот как бы было там несколько больших операций, которые проводились антитеррористических. Поэтому это на самом деле вещь серьезная. Следующий момент. К этому надо настраиваться. Это ожидание старта. Это самое... Беженцы перед Ла-Маншем? Да, но один раз. Лодка по отношению к пловцу где? В зависимости, как тебе удобно. Ну, как правило, я плыл в расстоянии метра от 3 до 5 метров от нее сбоку. Вот. Сзади неудобно, потому что выхлопные газы идут, как бы, а спереди ты не видишь, куда плыть. Поэтому, как правило, либо справа, либо слева от лодки плывешь на расстоянии, на котором тебе удобно. Самая страшная вещь, на самом деле, которая приводит к неуспеху, это ожидание старта. Как расскажу на примере, в чем это выражалось у меня. И проблемы, которые есть. Ожидание старта, проблемы. Первое. Невозможность точно подвести спортивную форму к пику. Кто немножко понимает по спортивной подготовке, понимает, что у тебя есть там выполненные максимальные объемы, после этого начинается тейпер, потом завершение, пик формы. Все, пик формы стоит неделю. Как бы, дальше все, дальше ты начинаешь просаживаться, в зависимости от того, к какой нагрузке ты готовишься. Более интенсивные нагрузки, более короткая пик формы, у более дистанционных дистанций чуть более длинные пик формы. Но ты не знаешь, потому что ты не знаешь, когда ты поплывешь. Формально у меня был с 9 числа старт. Вот на 9 число я вышел там, подпрыгивал аж из воды. Как мне казалось, что это только вот... У меня все, что мне... 3 часа, это так плавки лень мочить было поплавать. Вот. А потом ты... Понимаешь, ты плавать уже начинаешь, можешь только по полчасика-часика, потому что стартовать можешь в любой день. У тебя форма начинает разрушаться. Она начинает разрушаться, и ты не можешь правильно скорректировать нагрузку при переносе старта. Например, мне в один момент, ну, то есть я уже, ну, там много было приключений, например, в один момент мы приезжаем, ну, это позже, наверное. Вот в один момент там пилот говорит, так, сегодня звоню, ну, как стартовать будем? Говорит, ну, ближайшие три дня погоды нет, точно. Сейчас я выплываю с человеком, который перед тобой в очереди, а потом 3 дня погоды нет. Как бы, ну, говорю, ну, отлично, мы там кумекали, ну, давай сплаваем, хотя бы 3+2 сплаваем, чтобы как-то поддержать форму, вдруг им потом не поплывем, чтобы чуть-чуть запасик был. Я проплываю 3 часа, в конце 3-часовой тренировки прибегает супруга с телефоном, пришла смс-ка от Майка, у них сошел пловец, он готов тебя через 3 часа взять. Типа, вечер, я 3 часа уже наплавался, весь день колбашился, он готов меня взять правильно. Я говорю, и как? Да, я сказал, нет, а тут же еще все, тренер, а вдруг погода не будет? Нет, жена, а вдруг погода не будет, тренер? Да 3 часа это фигня, что такое? И так далее. Вот. Другим очень сложным моментом, это самое страшное, это моральное перегорание пловца. Представить это я никогда не мог. В принципе, у меня достаточно большой опыт стартов различных. Но ты непрерывно, понимаешь, ты настраиваешь на старт, в один момент говорит, все, плывем, в 4 часа встречаемся в бухте, все, мы разводим питание, приезжаем, подходим к бухте, что-то он такой расслабленный подходит, знаешь, я только что-то типа связался с лодкой, которая на 3 часа вышла раньше нас, она уже развернулась, сказала, чтобы мы не выходили. Он говорит, ну ничего, вот я в 9 вечера, мне звоните, и к 12 погода получше, скорее всего в 12 я вас возьму.
Ну, сидишь вечером, ты весь день уже не спишь, ты весь день колбаешься, ты такой вот заведенный. Представь, что там откладывается на айроне старт, на чуть-чуть, вы уже там все на нервах. А тут ты уже к такой штуке откладывается, и ты там все разведенное питание, ждешь 9 вечера, нервно звонишь ему. Он говорит, ну да, погода улучшилась, но она улучшилась настолько хорошо, что я забрал тот чувак, который имеет приоритет по очереди. Все. Как бы разведенное питание. Внимание, что с ним делать? А где ты новое возьмешь? В общем, отмен старта было очень много, непрерывно. Туда-сюда отменяли, меняли. Мы приезжали, звонили, говорили, что все, мы точно завтра с вами плывем. Вы первые на очереди. Было перекидывание к другому пилоту. Ну, вот к его сыну, так он тоже опытный. Мы согласились, ладно, только давайте поплывем. И, в общем, в один момент я уже не хотел плыть. Я уже ждал, что надеялся, что погоды не будет. Я вот оставалось 3 дня, я сказал, только чтобы не было погоды. И я поеду домой, переверну страничку, я уже больше не хочу. Вот 2 недели ты находишься в таком состоянии. Каждый день ты там плаваешь часик, ты можешь в любой момент стартовать, ты не понимаешь, когда тебе спать, когда тебе просыпаться. Старт может быть в любое время суток, зависит только от окна, которое есть, и от времени смены тайда. И вот я уже ничего не хотел. И, значит, потом пилот говорит, ну вот сегодня я в 7:30 вечера беру человека, я уже был не в своем тайде, уже в конце очереди другого тайда. Он говорит, ну, я вот готов взять вас, но завтра в 7:30, сейчас я в 7:30 вечера беру одного человека, и завтра в 7:30 вечера другого, могу взять вас. У вас, конечно, будет очень короткое время, ну, такое, не 24 часа, а меньше, потому что начинается реально сильный шторм, 60 км в час, нам надо еще успеть вернуться. Поэтому как бы вам надо будет плыть так, стараться побыстрее, потому что мы можем остановить заплыв, имейте в виду. Ну, я как-то вроде настроил. Я уже не хотел плыть так, меня там все там, как бы я уже... Мы проработали различные варианты, если не поплывем. Допустим, там, сейчас выполнить один очередной дабл 8+6, улететь в Россию, и там через 2 недели, когда толпа рассосется, в сентябре их меньше, прилететь в ожидании погоды. В общем, там, ждать еще неделю. То есть, и как это скорректировать форму, чтобы... Ну, понятно, что было, что эти 8+6, они не спасут, потому что это краткосрочная адаптация, надо сплавать 2 8+6, чтобы хотя бы как-то это поддержать. Вот. В конечном итоге... Капитан сказал, значит, в 7:30 завтра выплываем. Ну, отлично, ладно, мы как-то поужинали, размораживаем питание. Труп. Как бы все превратилось в неразмораживаемую труху такую. Как бы, это, внимание, это не Лондон, там купить нельзя. То есть у нас, конечно, остались гели, белки там и остальное, но многокомпонентная смесь умерла. Ну, мы решили, что там, сейчас с утра сунемся, если здесь нету. Там у нас была машина, метнемся, ребята метнутся в Лондон, купят быстренько в Лондоне, я пока посплю. Ложимся спать. Я с утра выключаю телефон на утро, потому что в Москве начинаются ранние эти чаты писать все, начинается пиликать. Я пока не просыпаюсь, выключаю. Ложусь спать, просыпаюсь, стука в дверь. Приходит девушка, которая тоже плавала через Ла-Манш, Элла Кассиди. Говорит, ребята, вы почему телефон не берете? Мы там в 7 утра такие встали. А что такое? У Майка сошел пловец, он готов вас сейчас взять. А питания нету? Питания нету, да. Ну там его не полностью нету, его частично нету. И мы там такие вот все спали там 4 часа, 5, потому что там до 12 ночи искали в интернете, где питание купить. Ну, кое-как. Я такой вообще в полукоматозе, меня как-то собрали, поехали. В надежде проехались по местным магазинам, питание не нашли. К счастью, у Майка на лодке остатки от пловцов были, как бы. Но... Ну, в смысле, не руки, ноги, а питание. Вот. И он сказал, говорит, ну вот мы можем вам это дать. Как бы, если что, ну, мы прикинули, что, в принципе, я, скорее всего, даже на гелях доплыву. То есть на 16 часов гелей хватало. Но решили там частично... И у меня немножко своего оставалось. Решили, что все скомбинируем, попробуем. Я, на самом деле, пошел вот уже на заплыв. У меня было такое состояние только вот ради тех людей, которые со мной приехали. Уже желания плыть не было вообще. Потому что это реально вот это перегорание, оно самое тяжелое, что вот есть. Значит, старт произошел 18 августа 2016 года, значит, в 10 утра, сне классического места, с местечка Heritage Coast, это чуть-чуть в стороне. Обычно вот отсюда, вот с Шекспировского пляжа происходит, а произошел вот над, прямо в месте выхода Евротуннеля. Чуть-чуть дальше, это связано с тем, что когда мы ему позвонили, он сказал, ну, стартовать сейчас. Мы говорим, ну, мы не готовы, нам надо ехать. Он говорит, ну, тогда главное не позднее 11, пока не произошла смена течений. Пока не произошла смена течений, вы как бы еще можете стартовать. И я думаю, что если бы я стартовал бы там в 8 утра, результат бы был бы другой. Как бы. И как бы мы приехали в 10 утра, и для того, чтобы как бы более там запас сделать там по течениям, он стартовал чуть с более дальнего пляжа. И в 1:32, я все расскажу, 19 августа успешно был завершен заплыв у Белых скал прямо над выходом Евротуннеля под пролив. Вот здесь вот. В 1:32 ночи, да, следующего дня. То есть время заплыва стало 1:32:08.
15:32:08. Ну, старт. Как бы есть фотография такая. Пловец должен обязательно его подвозит к месту старта. Он спрыгает с лодки, доплывает до берега, показывает, что он вышел на берег. После этого с лодки подается команда «Старт». И пловец стартует. Вот. Могу сказать, что... Видно другой берег? Нет. Другой берег видно иногда с шекспировских скал с высоты в определенную погоду. Не обязательно ясную. Очень важно отсутствие дымки. Как бы там, она видна, Франция видна иногда. Вот. А с воды не видно вообще ничего, кроме 3 метров вокруг. Обычно все знают такое состояние, приятный стартовый мандраж. Вот там за 5 минут до старта у вас ощущается сердцебиение, немножко начинает жечь под ложечкой, вы волнуетесь, вы там чуть-чуть тошнить. Да. Вы стартуете, через там, 2-3 минуты это проходит, вы начинаете вырабатываться. Это адаптационная реакция, связана, это очень именно реакция. Стартовый мандраж, он должен быть обязательно. Это позволяет организму адаптироваться лучше к старту, потому что ускоряется сердцебиение, учащается дыхание, и человек быстрее вырабатывается. Но обычно он там через там, 2-3 минуты проходит. Меня колотило 2 часа, могу сказать, что не знаю, с чем это связано. Может, я думаю, что это связано с этим большим перегоранием, потому что 2 недели это я непрерывно дергалась и так далее. Вот, поэтому первые 2 часа были так себе плавание. Вот, в общем, ну, было очень тяжело настроиться на плавание и успокоиться. Но прошло 2 часа, и я заснул. Ну вот я не могу сказать честно, я не помню время между 2 часами и 7 часами. То есть я плыл, то есть как бы там какой-то раздавался свисток, кормление. Я даже не спрашивал ничего, просто плыл. Ты отключаешь... Я думал, что я так не смогу. Но это я думаю, что связано, когда ты много плаваешь дистанционных тренировок, ты со временем начинаешь как бы в эту историю такую медитативную погружаться. Потому что ты не можешь плыть и думать о чем-то. Ты все равно отключаешься как-то. А? Ну, как бы ты плывешь, да, такой, ну ты нереально спишь, но ты таком как бы... Сознание полуотключено. Я не знаю, как это объяснить состояние. Я думаю, что... Как бы, в принципе, это даже бывает там, на длительных велосипедных тренировках, но на длительных плавательных там еще более, потому что у тебя по большому счету вода-вода, небо, вода-вода, небо. И так тебя так укачивает потихонечку. Вот. А потом, когда я доплыл вот до этого местечка, вот это вот место, это называется английский фарватер. Их 2. Английский фарватер, это типа условно нейтральные воды, и французский фарватер. Здесь я впервые попал в настоящие поля медуз. Почему они там находятся? С паромов в огромном количестве сливаются вот жидко разведенные отходы, включая туалетные отходы. Это как бы, там даже вода чуть-чуть вспененная плывет, могу сразу сказать. Но это визуально, это не видно, ничто там. Как бы. Но возникает почва для кормления медуз. И они там идут большими плотными историями. Вот могу показать, как... Это не моя фотография, это небольшой ролик заплыва девушки. Встреча с большой цианеей. То есть это еще не очень большой размер большой цианеи, но надо понимать, что такие штуки встречаются. И вот в этот момент как бы я начинаю... То есть они были всевозможных размеров, окрасок. Самые большие, которых я видел, купол вот такой. В 2 купола я приплыл рукой. Но у меня опять-таки был совершенно невероятный саппорт крю и опытный капитан. Он сидел как бы спереди, прямо давал свисток, если прямо шла на меня медуза. Причем он тоже видел, что те медузы, которые шли чуть сбоку, они мне даже не говорили. Потому что я просто останавливался как вкопанный. Некоторые, возможно, нормально к этому относятся и чувствуют себя более комфортно. Я зажался, не мог расслабиться и практически остановился. Я за час проплыл 1 километр, наверное. А это был как раз момент смены течений, когда очень можно было много сильно продвинуться к берегам Франции. Из-за этого, может быть, в этот момент, если бы не было полей медуз, то, возможно, я бы финишировал часа бы на 2 раньше. Потому что там много можно было продвинуться. Он свистел, и как бы Таня, она как бы показывала мне руками, типа, к борту или от борта. И так вот по такой вот траектории 2 часа я плавал между медузами. Они шли такими в шахматном порядке, от таких вот до больших. То есть свисток — это просто, чтобы посмотреть? Нет, свисток — это больше для нее. Внимание, да, ей и мне, как бы, внимание, я как бы смотрел на нее уже, и она мне показывала, туда или сюда. Благодаря этому, в принципе, у меня только 2 несильных ожога было. Ну, как бы, даже следов не осталось. А как же ночью? Когда я плыл, я все время думал, вот этот момент, а как же я буду плыть ночью через французский фарватер? Это была главная мысль, которая мучила меня в тот момент. Ну, вот так вот осуществлялось, когда подавали как обезболивающий или гипоксен. То есть в таких 2 чашечках подавался банан. И два варианта, чтобы на случай, если я 2 банана, чтобы если я 1 выроню, чтобы можно было взять 2. И отдельно кидалась вода на питье на фляжке.
Ну, это типа там, да, такой рот такой раздвижной, телескопический, там у них продаются. И уже там Сережа сконструировал такую сложную конструкцию, как он рыбак там пристроил как-то очень удачно, подстаканники там придумал, вот, что очень было удобно. На 9-м числу плавания у меня было начало первого кризиса, ну, в принципе, самого сильного. Началось падение темпа, у меня появились боли в плече, началось падение темпа, и я начал замерзать. И вот в течение часа, ну, я принял две таблетки диклофенака, но все равно это не быстро происходит, реакция. В течение часа я плыл и только как мантру повторял. Это кризис, он сейчас пройдет. Это кризис, он сейчас пройдет. Это кризис, он сейчас пройдет. Вот так я бубнил про себя каждую секунду в течение часа. И через час я согрелся. Ну, это на самом деле опыт, потому что я когда на 8-часовых тренировках, такое у меня появлялось регулярно. Я знал, что вот сейчас очень плохо, надо просто потерпеть, а потом будет просто плохо. Вот. И потом 2-3 часа будет плохо, а потом снова очень плохо. Но это очень плохо тоже на какой-то определенный период. Это все равно какой-то виток. Состояние меняется витками. То есть тебе ухудшается, потом снова чуть-чуть ты что-то меняешь в технике, подключаешь другие мышцы чуть-чуть. Начинаешь грибок делать за счет других мышц, как-то расслабляются, входит действие, там, питание добавляется, там, обезболивающее, и это проходит. И ты потом снова там работаешь до следующего куска. Вообще во время такого плавания думаешь ментально так, ты не думаешь на всю дистанцию, думаешь от кормления до кормления. Покормился? Все, через полчаса встречаемся. Думаешь только на полчаса, ты не думаешь дальше, чем на полчаса. От кормления до кормления. Очень плохо, или пипец. Ну, для каждого свой, как бы. Да, свой... Ну, безусловно, но на самом деле, как он сказал, что на удивление, как бы я на Ла-Манше даже ни разу не попросился в лодку. Вот. Как бы обычно как бы начинают проситься в лодку где-то начиная с 5-го часа. А тренер? Не, а тренер как? Тренер этим как его? Тренер как? Don't cry! Swim! Swim! Я помню, там девочку одну там, как бы... на видео, там, которая там, у нее слезки такие текут, она там очки сняла, у нее слезки текут, на лодку просится, и такая японка, и у нее такой тренер, тоже японец, «Свим! Свим!» Вечерело тем временем. Начало заката было в 20:30, полная темнота в 21:00, и общее плавание в темноте 4 часа 30 минут. Ну, мы очень боялись этого времени, почему? Потому что с темнотой приходит холод, уходит солнце, а солнце все-таки сильно греет. Ну и даже если не было солнца днем, все равно ночью температура опускается. Мы боялись, что я начну замерзать. На самом деле этого ничего не произошло, к счастью. И по большому счету, вот началось это около 9 часов. Мы вплыли во французские воды, и мне стало совсем тепло, потому что во французских водах температура воды порядка там, ну, на 1 градус теплее. Если из Англии я выплывал было 17,5, то там было уже ближе к 18,5, 18,2, 18,3. Я думаю, у Франции вообще 18,5, скорее всего, было. А почему из Франции не стартуют? На самом деле, потому что запрещено сейчас. Франция отказала в стартах. Раньше было небольшое количество стартов, но это просто у них это не популярная история, это абсолютно английская история, как бы. И более того, французы даже с Англии практически не плавают. Если посмотреть, их очень мало. В последние годы вообще практически нет. Вот. Хотя с Францией плыть проще. Именно по течениям. Зачем с континента на остров плыть? Логичный с острова на континент сбежит. Ну, это непонятно. Тут сложный вопрос. Некоторые уезжают на остров. Ну, и вот немножко расскажу о такой истории, как финишный рывок. У Франции более сильные течения, как бы. И пришлось сделать ускорение. Я немножко поясню это немножко на примере трека. Вот посмотрите, как бы видно, что вот в какой-то момент сменилось течение, и резко меня понесло вдоль этого. И есть вот точка перегиба. Вот здесь вот, если обратите внимание, чуть-чуть кривая меняется. Что происходило? Я плыл, ну, вроде бы так, уже мы вышли из фарватера, вроде бы видны огни. Причем, когда я был здесь, мне казалось, что вот эта штука находится от меня метрах 800. Там стоит маяк вращающийся, и кажется, что это вот вообще. Как бы я думаю, я сейчас на него выйду. Вот тут мне уже... А потом спрашиваю, мне говорят, близко, но непонятно сколько, потому что пилот сидит далеко, в отдельной каюте, саппорт тим в другом месте. Ну, и мы там поплыли, я плыл так, потихонечку уже видны огни, там какие-то города видны, светится Кале, там как бы, вот оно как бы так все на расстоянии уже, огни засветились. Ну, я плыву, но темп, естественно, падает. И в один момент, ну, может быть, не сильно, но он как бы упал. И в один момент тренер сказал, говорит, вот смотри,
Вот если, знаешь, сейчас тащит вдоль французского берега. Если ты сейчас не добавишь, плавать будем очень долго. Почему? Вот если бы вот здесь продлить траекторию, меня бы протащило вот за этот мыс. И вот здесь расстояние уже не такое, как здесь. И, соответственно, либо нужно было ждать смены течений, когда она пойдет в обратную сторону через 6 часов. Так, внимание. Либо доплывать уже в коле гораздо большее расстояние. Вот. Он говорит, вот у тебя есть шанс сейчас вот ускориться, и мы через быстрое время довольно выйдем на мыс. Обычно не говорится никогда сколько. Я тогда сказал, сколько надо плыть. Приблизительно, неважно сколько, 3 часа, 4. Обычно никогда не говорят пловцу, ну, тут что-то, видимо, решили, что мне надо лучше сказать. Вот, сходили к капитану, капитан сказал, 2-3 часа. Я положил себе в голову 3,5 и начал ускорение. И в этот момент как раз вот видно, что я вот начал резко приближаться к берегу. Причем более-более сильно каждый раз. И... А он готовил первого человека к Ла-Маншу, который переплывал в свое время. Да, русский тренер. Кормление происходило непрерывно. Кормление происходило непрерывно каждые полчаса. Но просто это чисто надо было сказать, что говорит, все. Ну, естественно, в голове я понял, что да, вот сейчас надо валить. Но валить после 13 часов плавания довольно сложно. Вот. Но, тем не менее, в общем, получилось ускориться. И через час он мне сказал, мы преодолели половину расстояния до берега. Вот если сейчас еще, так ты проработаешь, там через полтора часа мы выйдем на берег. Где-то приблизительно. Это вообще не понять, это вообще не определить. Можно только считать грибки. То есть, если я там плыл, допустим, уже у меня темп падал, начал падать к 47 грибкам в минуту, то там я вышел на 51 грибок. Вот. И где-то вот на 15 часу мы попросили остановиться на кормление. Капитан сказал, все, не останавливаемся, осталось 750 метров. Пусть плывет. Но я прикинул, так, 750 метров я плыву где-то там минут 16-17, ну пусть 20. Ну отлично, ладно, плыву. Плыву и понимаю, что... У меня начинает отказывать рука одна, потихоньку. Но ускорение все-таки сильное было, и как бы... Я переработал на нее. У меня начинает такое провисать плечо, то есть как бы вот высокий пронос я уже сделать не могу. То есть начинаешь вот так вот, вот так вот. Постепенно переходя в Чапаева. Но там, да, очень сильно ломается техника, начинает тормозиться. И я плыву, и мне непонятно, он сказал 750 метров. И я не понимаю, сколько мне до берега осталось реально. В какой момент, сколько вот еще нужно проплыть. И потому что как бы темно, как бы видна черная такая какая-то гряда земли, и непонятно, сколько до нее расстояния. Я останавливаюсь, спрашиваю, сколько еще? Мне там, плыви, непонятно сколько, близко, плыви! Вот. И в какой-то момент там они останавливаются, у меня в этот момент уже все, я превращаюсь в полного Чапаева, и они включают прожектор куда-то в темноту, говорят, все, тут уже рифы, плыви туда, один. Да, и я так еще, я понял, что, скорее всего, уже доплыву. Как... Ну, так... Одна так как бы так вот. И самое интересное, что действительно я за все время ни разу не попросился на лодку. Но приблизительно к 14.30 ко мне вернулось чувство юмора. Я начал говорить, может не плыть, может все-таки на лодку. Хотя я понимал, что в принципе я уже все доплывал, тут час остался. И потом когда на кормление останавливаюсь там, на 14.30. Может все-таки на лодку. А у народа наоборот чувство юмора пропало уже к этому времени. Последний раз я попросился на лодку, когда они включили прожектор, сказали, вот здесь вот 200 метров доплыть. Я посмотрел, Серег, слушай, надоело, не могу больше. Может, все-таки на лодку? Они так не оценили моего юмора в этот момент. Нет, что там, махнули, плыви там, давай туда уже. И, собственно, я вышел на французский берег, никто меня с цветами не встречал. Набрал в плавке камней на память и вернулся на лодку. Это совершенно замечательное место, как бы, где по традиции, это White Horse Pub, где по традиции все покорители Ла-Манша расписываются на стенах. В него сменилось несколько владельцев, очередной владелец пытался все это смыть, но ему местным муниципалитетом запретили, сказали, что это должно остаться как вот реликвия Дувра. И там, если раньше там расписывались, первые русские расписались вот приблизительно вот так вот, то сейчас это все разлиновали маленькими квадратиками. Пришлось написать это. Была концепция написать «Здесь был Вася». Вот, потом зачеркнуть «Плыл». Вот. Ну, так как что-то мы уже так отдохнули, было волнительно, я написал «Вася плыл здесь». Да, дописал. Сам это в смысле соло, а не релей. Вот, ну это такое совершенно замечательное место. Простите, а там на фотографии вы светились, да, у вас?
Да, да, прикрепляется сразу с самого начала, как бы такой, ну, как бы раньше это просто химические лайт-стики были. Сейчас крепят такие, ну, электронные, которые, ну, диодные фонарики, которые моргают постоянно и позволяют отслеживать пловца. В самом начале ты стартуешь, тебе крепляют, их хватает там на 100 часов как бы этого работы, поэтому там никто не парится. Ну, как бы на резиночку, как бы, потому что как бы и обычно плывут, как бы это же не триатлон, не нужно под эту заправлять. А обратно на лодку? Обратно 3 часа на лодке. Я вылез на лодку, самый главный вопрос у меня был. Обычно все вылазят, говорят, что очень многие начинают, рвота начинается. У меня, в принципе, было нормально, я задал вопрос логичный, самый главный. Ну где мой заслуженный шампанское? Скажи, знаешь, мы его в холодильник положили. Я говорю, а что, я сейчас 3 часа должен вот так вот плыть? В общем, сожрал остатки ихней еды, которая у них была, там бутерброды, которые не доели. Вот. И, в общем, вернулись. Теперь, значит, осталось только похудеть. Обратно. А тебя не было мысли, Вася, ну, как приплыл, что, в принципе, назад тоже? Ты знаешь, я слышал эти истории, ну, я адекватно понимал, что я не доплыву, но вот когда я уже подплывал, я понимал, что, в принципе, если бы не это финишное ускорение, я, наверное, часов бы 6, еще 7 мог бы поплавать. Наверное. Ну, да нет, на самом деле, там все равно начинается сразу. Во-первых, все начинают звонить, там, поздравлять. Потом, да не, какое там, потом начинаются походы в бар, и там из бара в бар, там, распивая шампанского на этом пляже. Там самолет бы не забыть, когда улетает. А как выбрать пилота вообще? Ну, как... Ну, на самом деле, когда вы немножко будете чуть-чуть узнавать об этой истории, известные пилоты все известные, кто успешный и кто нет. То есть, если вы не просто там открыли сайт и начали тупо букировать, а если немножко там, поинтересовались информацией, пообщались с людьми, кто готовился и кто переплывал там, начиная как от англичан, там, заканчивая там, даже там, небольшого количества русских, можно получить информацию. Она сейчас, если раньше, там, в 2007 году, в 2006 году, когда был Паша, там, это была терра инкогнита, то сейчас это открытая информация, ее легко как бы нагуглить и найти людей, которые там, что-то ответят на ваши вопросы. Какой порядок количества людей переплывших? Соло 1600 порядка за 141 год. Для сравнения, на Эверест за 50 зашло 7 тысяч. Не надо сравнивать, да, извините. Да, я поэтому и говорю, что это совершенно разные вещи. Я думаю, вот эта девушка, которая 43 раза это сделала, как она договаривалась с этими ребятами? А она очень просто, у нее отец пилот, я же сказал. У нее отец пилот. Да. Как долго после того, как вестибулярный аппарат привыкает к личному пребыванию в воде, как долго потом обратно... Я же еще раз сказал, что говорю, у большинства людей, которые вылазят, у них начинается рвота. Я попросил шампанского. У меня вообще не было никакой реакции. Я вышел, ну вот вышел на берег, вот у меня первые там 2 шага там подержался, постоял, там буквально 30 секунд посмотрел, пошел, пособирал камней, собрал их в плавки и поплыл обратно к лодке. То есть как бы, у меня не было вообще никакой реакции. Но обычно по-разному люди. Говорят, что вот Элла Кассиди, которая, она говорит, я когда проплыла, она у нее уже было 2 попытки, она на первой как бы не доплыла с первой попытки. После 14 часа сошла, ее снесло за мыс как раз. И вот она, когда вылезла на лодку, она даже вылезти не успела, ее просто начала рвать и так вот полоскать, весь катер заблевала. Ну, на самом деле у меня были небольшие плавательные объемы относительно, да. Потому, это связано с тем, что я не восстанавливался. Ну, как бы, когда мы начали плавать уже большие даблы, я не восстанавливался и не мог на неделе выполнять нормальную работу, потому что иначе я не был бы готов к следующему даблу. Максимальный объем у меня, по-моему, 55 километров в неделю всего лишь. А как вам вообще такая идея в голову пришла? Что, что сказала ваша семья на это? А это виновата моя семья, как всегда. То есть у меня жена однажды удачно... Значит, что такое рандомное кино? А есть еще другой вариант. Приходишь в супермаркет, там такие вот стоят эти такие вот корзины, в которых рассыпаны диски там по полурубля. Такой покопался на всякий, неважно, что взял, он все равно полурубля. Так жена привезла диски, это оказался фильм «В ясный день». О человеке, возрастном человеке, который переплыл Ла-Манш. Я этот фильм увидел в 2008 году, если так что-то положил в голову как-то, но так идея зрела. Я на самом деле после первого «Айрона» еще собирался переплыть, но что-то там как-то триатлон затянул. Ну и вот как-то потом, что-то я после 10 айронов стало совсем скучно. 10? За какое время? За 5 лет? 10? Ну, да, за 5 лет. В год? Ну, иногда 3. Иногда 3, иногда 1. А вы еще работаете, да? Ну, так, условно работаю. Ну, все мы работаем. Работали ноги, а если работали, то как? Нет.
Поэтому я с гордостью могу сказать, я первый русский, переплывший без ног. На одних руках. Это связано с тем, что я поздно начал плавать. У меня, и опять-таки, много бега. Это две кочерги, которые вот такие вот. И работа их абсолютно неэффективна. И просто задачей было такое максимальное выстраивание положения тела в воде. Нет, 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 нет. Это очень большая, огромная потеря времени. Не волнует, плохо, больно тебе, ты должен плыть кролем. То есть на брас ты переходишь только на кормление, подруливая. Да, конечно, питание подается чуть-чуть теплее 37 градусов, ну там порядка там, 38-39 градусов. Ну, как бы там питание готово, там просто термоса стоят с горячей водой, чуть-чуть питание более концентрировано изначально заготовлено, его просто разводят до нужной концентрации более теплой водой. Чуть выше человеческого тепла, да. Не горячее, чтобы не обжигало, потому что ты к тому же все время холодную воду пьешь, и у тебя рот не адаптирован. В принципе, чай, даже который тебе не кажется очень горячим, в обычной жизни там будет обжигающим. Поэтому, опять-таки, это нужно тестировать и отрабатывать на тренировках. А течение сильно чувствует? Вообще, еще раз говорю, течение пловец не ощущает. Представьте, плывет огромный пласт воды, он двигается туда-сюда, пловец плывет по нему, просто пласт туда-сюда двигается. А что с французскими медузами? А с французскими медузами как-то вот, я говорю, два каких-то легких ожога пронесло. Ночью тебе не было дискомфорта? Нет. Ты тренировал ночное плавание? Да, на этом, на Майорке мы тренировали ночное плавание. Хотя на Майорке было дискомфортно, но как-то так, не знаю. Может быть, здесь ты плывешь, как лодка рядом огромная. Потому что на Майорке мы плавали ночное плавание, там у тебя рядом с тобой такая надувная лодка, ты выплываешь в открытый океан, как бы практически уходишь там за Форментор, начинаешь уходить, где там все это так реально качает, огней нету. А тут с тобой здоровенная посудина, ты плывешь, ну ты относительно чувствуешь себя комфортно. Ну, насколько это может себя комфортно. Вообще сразу могу сказать, что Ла-Манш — это 90% про психику и только 10% про физику. Вот это могу 100% сказать. То есть вот насколько сложно к нему подготовиться физически, представьте, теперь к этому домножьте же все остальное, это психологическое состояние. По времени сколько подготовка заняла? Год, как бы? Ну, меньше года чуть-чуть. То есть осмысленно я начал готовиться с сентября месяца. А после регистрации? После регистрации. Перед регистрацией я еще готовился к Айрону, то есть я там еще, в которой фотографию показывал, это фотография июля месяца прошлого года. На год, на полтора там зимой не плавают. Нет, регистрируют. Ты просто надо списываться с пилотом. Пилоты высылают там тебе список свободных поинтов своих. И говорит, вот есть такое-то, такое-то время. Обычно, например, там два вот этих совершенно культовых пилота, как бы вот Майк Ором, это вообще прям легенда. И как бы его сын. Он, конечно, не такая легенда в тени отца, но великолепнейший пилот. И он высылает сразу на двух человек. Вот у Лэнса есть такой, еще третий пилот, который с ним работает тоже вместе. Майк высылает там места там, по тайдам, у кого есть какие места, какие тайды, какая позиция. Ты для себя решаешь, говоришь, я так готов к таким. Все окей, там вносишь предоплату 300 фунтов и ждешь, когда они тебе пришлют контракт. Но, скорее всего, будет более-менее... Ну, первой позиции может быть хорошей... Может быть, не быть первой позиции в удобный тайд. Ну, какой, в теплый тайд. Но вообще, опять-таки говорю, что вы можете выбрать первую позицию за 5 лет, в хороший тайд приедете, там не будет погоды, и вы окажетесь как бы позади другого, как бы в плохом тайде. Не надо сильно с этим запариваться. Вторая позиция тоже очень хорошо. Просто не нужно брать третью, четвертую позицию в хороший тайд. Лучше взять первую, вторую в плохой тайд. Потому что это вообще ничего не предсказуемо. Меняется все постоянно, непрерывно. То есть ничего запрогнозировать нельзя. Еще проблема в том, что как бы самое страшное еще, что твой саппорт-крю может приехать только на определенное время, потому что все равно у всех работа. Там, туда-сюда, если ты там можешь остаться, там, может быть, тренер с тобой может остаться, но реально должен быть вся команда должна быть вместе, потому что она слаженная, она отработана. А она не может остаться, потому что у них работа там, туда-сюда и так далее. Саппорт-крю, это obligation, или они могут саппортить тебя? Не-не, саппорт-крю, это именно твоя команда. Но ты обязан ее иметь. Нет, нет. Они могут тебе давать? Нет, они не дают еду. Тогда ты без еды плывешь. Но обычно, когда у кого нету, они там доходят на пляже, договариваются с пловцами, которые собираются плыть там через неделю, через две, находят себе там людей. Но это очень плохо. Да-да, я понимаю, просто интересно. Нет, сами они кормлением не занимаются. Они сразу в договор приводят, что они не занимаются кормлением пловца, они занимаются... А как они вас видят? Как, в смысле, как? Какая лодка? Пилот видит, ты можешь плыть там. Когда Майк был сам за рулем, вот этот профессионализм пилота, вот у него был второй пилот и Майк. Когда плыл Майк за рулем, вот он просто плыл, и вот он ни разу не вышел. Он прям такое окошечко такое небольшое сбоку, и у него как бы капитанская рубка, она там как бы ниже находится. Она находится там, от воды, вот так вот.
как бы. И вот он там сидел, и он прямо видел, вот я вот рядом с ним плыл там в 3 метрах, и он практически ни разу не ушел ни вперед, ни назад. Вот сколько времени он плыл, как только садился за руль другой пилот, то он вперед уйдет. То отпустит меня туда, то есть это постоянно дерготня. А ты пловец плывет в одном темпе. Ты эпизодически... А, еще история интересная, забавная. Эпизодически не садятся есть. Все там накрывают стол, у себя жарят бекон там, на какой-то одной педали, видимо, подрулит, потому что я в один момент отплываю, уже 15 метров от лодки. Я тренеру говорю: Серега, а что там будет? Он говорит: ну что ты спрашиваешь? Я же за рулем, откуда я знаю, что они едят? Да, и такой вонючий... у меня один член команды, как бы он взял на себя всю тяжесть морской болезни, он через 2 часа лег и вообще не вставал. То есть вот, все 15 часов он пролежал зеленого цвета. Вот. А эти жарят бекон, этот вонючий бекон везде раздается с бобами. Там. В общем, такой... Да, такая история. Нет, я-то не все равно. Проблема у тех людей, кто там... Меня-то и не укачивает. Пловца не укачивает, реально. Даже в сильный шторм, я вот плавал на Майорке в реально сильный шторм, его все равно не укачивает. А вот мне англичанин один рассказывал, он ночь стартовал, и фонарик на лодке, и как-то вот он... Это не англичанин, это болтун этот Маркин, по-моему, сказочник. Нет, это все ерунда. Не укачивает, начинается рвота. Из-за чего? Ты начинаешь ночью в шторм наглатываться воды. Реально, ты не замечаешь ощущения этого, и ты наглатываешься, и тебя из-за этого начинает рвать. Это даже вот днем там 2-3 раза неудачно схватываешь, огурца, ты хочется отрыгнуть это сразу. Потому что просто ночью если ты не умеешь плыть еще, опять-таки, ночью не привык плыть, и сильная волна, ты не всегда видишь эту волну, и тебя ты несколько раз там хлебанул, и потом начинается рвота. Ну, я как бы, в принципе, их все перечислил. Но для себя. А я, в принципе, все ошибки здесь сделал, так что... Ну, единственное, соответствующая спортивная подготовка. Я недоволен был своей спортивной формой. Это связано с невыполнением блока панно и недовыполнением силового блока. Так, силовой блок у меня связан был с отъездом, а блок панно я заболел, и там, в общем, не пошла история. Поэтому как бы, ну, не удалось так хорошо подготовиться. Ну, единственное, что холодовая адаптация, в принципе, у меня прошла хорошо. Правильный выбор тайда тоже правильный был. Позиция в тайде, это я допустил глупость, я взял 4-ю позицию, потом я понял, что это вообще значения никакого не имеет. Поплывешь, когда будет время. Не будет времени, или там тебе сверху как-то не скажут, плыви, там кто-то там. Вот. Да, это очень, очень условно надо понимать. Поэтому лучше выбрать первую позицию, чтобы ты мог диктовать условия, чтобы появилась хорошая погода. Ну, сразу скажу, что мне с погодой вообще в итоге мне очень повезло. И в один момент это превратилось в такую жидкую ртуть. В ожидании хороших погодных условий. Ну, это я интуитивно к этому подошел, потому что когда вот девушка из Казахстана, Анель Сидыкова, она плыла в плохую погоду и сошла, как бы, хотя я ее хорошо подготовил, она хорошо была готова, но она сошла именно из-за того, что она выплыла, когда ей сказали, ну там, типа, либо сейчас, либо бабки, либо потом не знаем когда. Вот надо было либо лучше, потом не знаю когда. К тому же там у нее была возможность саппорт крю продержаться там и так далее. И это принялось решение. Я не поплыву в ночь, я не поплыву 50-50. Лучше я вообще не поплыву, потому что 50-50, скорее всего, это должен быть реальный сильный запас. Либо опыт либо такого плавания, либо реально большой запас по профику. Ну, то есть ты должен быть там, ну, может, не Кудинов, но там должен быть реально очень крутым пловцом, который плавает в такие истории. Ну, опытный пилот, к счастью, мне повезло. Ну, здесь тоже повезло. Вот, ну, если не по твоей вине, если ты поплыл и сошел, нет. И только ты зашел на борт лодки и сказал, я плыву, стартовал с лодки, то все. Бабки пиши пропа. Вот. Если сам пилот говорит, что ну, погоды нет, он говорит, ваш тайд прошел, если вы его держать больше не можете, они возвращают. Я не знаю, в каком объеме они возвращают, не интересовался. Может быть, не все. Может быть, какой-то букинг они себе там оставляют, как бы, в любом случае, но в остальном нет. Еще раз поплыть? Не. А что следующее? Похудеть. Знаете, однажды мне товарищ в одном общем чате, мы там в WhatsApp переписывались, там много друзей всяких, там все наши, тусовка Шабановские, там, Ситников. И вот, в общем, он говорит, Вася, скажи, ну теперь, когда в следующий раз поплывешь? Я говорю, я ни ногой больше, никогда в жизни. И говорит, МДС отбил у Васи желание бегать, Ла-Манш плавать. Так по капле Вася из себя выдавливал 3 атлета. Но, правда, заявился на Камрадос зачем-то, не знаю. На следующий год? Да. Забег.
Ну, я предлагаю на этой оптимистичной ноте Ваську поблагодарить.